Та-дам! А тот старый ролик, который ты выкладывал, предыдущий, он, я ведь могу его посмотреть, потому что пишет, что автор ограничил доступ к видео. What? Я могу. Я вот сейчас тыкнул, вот ссылка в... Как он... В чате глянь, ссылка. А, это она? Ну-ка. А, во, все, ништяк. Ладно, continue game. Так, все, пошла жара. Ладно, играем дальше. Где ты там, Вантус? Да погоди ты, сейчас. Я еще игру не запустил. Не, ну я и спрашиваю, что ты там. Ну все, так, все, я... Так, отлично. Так, потому что... Я даже смартфон свой отключил, чтобы мне не звонили. Ну как отключил? В режим полета перевел. Wi-Fi оставил. Ладно. Я на автомат повесил все синие шмотки. Да вы крутые. Ой, в смысле, не шмотки, играли вчера весь день. Ну не, да нет, мы там после... Мы там, кстати, поиграли-то. По-моему, не так уж и... Блин, жалко, что она, это, так мало идет. Хотя, помню, в Hardline я так смачно наигрался, что когда он вышел, и желания не было. Вот это купил его за 200 сколько-то там рублей. Я, кстати, тоже его, так когда я в бету наиграл, я в бету наиграл там за 2 дня больше, чем после релиза за неделю или даже за 2 недели. У меня в Origin не так запутано, цены в рублях, начинаешь покупать, он просит доллары, когда нажимаешь совершить транзакцию, появляются евро. Я как другу FIFA 15 покупал, думал там кончусь. А сейчас как-то его попустило, сейчас он сам конвертирует. Вот это все. Доллары, рубли, гривны. Я даже не парюсь, в какой валюте. О, у меня всего 700 баксов. Ну это просто. А чуть я появился среди... А. А что это такое? Reward item received. Что я там получил? Так, я уже позабывал, что нажимать. О, так Ригадон. Что там? Invite или Join? Join присоединиться, Invite. Join, да, Join присоединиться. Ко мне цепляйся. Так, сейчас сразу же сделаем мьют. Упс. Так. Ригадон. Ну все, ждем Вантуза и погнали. Я все продал. Весь шмот поставил, который мне надо. А мне ничего и продавать. Разве что перки, блин, поменять. Ну вот, можешь, блин, посмотреть. Твоя это. Тарелка тоже пойдет в запись. Да начхай. Пацаны, да. всем пюре с котлетами. А что у меня выбрано хоть? Ого, что модификаторы, не только 2 открыто модификатора, у меня открыт даже этот с сердечком. Вот этот Base Pulse, Recon Pack и какой-то тут мод Tactical Scanner. Угу. Типа того. Урон увеличивается, атакуя, блин, цель, которая типа помечена сканером. Мой английский, конечно. Да. Так, как медик, я как лох. Так, ну медик у нас-то этот, у Вантуса хорошо прокачан. Ну пусть. Вот. Да мне меня, просто нечего. У меня локатор прокачан. А что у тебя там в локаторе? Ты до мастера его докачал? Или мастер тут недоступен? Недоступен в бете. Он то ли закрыт в бете, то ли просто недоступен, не знаю. Так, ладно. Фильтр левел 1. Так, недоступно в бете, недоступно. Я между рекон паком выбираю и скрамблером, потому что тактикал сканер я что-то поюзал вчера, так и не... Да, особых. Ну, я вообще пусто, у меня ничего нету, блин. Выбраны мои... Ой, у тебя пукалки. Ну и сколько у кого хелов? Или чего у вас там, урон? Ты в что там вбухивал, в урон? Я в урон, да, в ДПС я вбухивал. И сколько у тебя там? У меня ДПС 3 почти. 2967. У меня на М4 2,5, а на том 3,74. Ты смотри общий. В смысле? Ну, primary и secondary. Ну, primary 2,531, secondary 3,74. Хелсов 4828. Ну, скилл, я вам не скажу. 440. У меня почти 1000 он. У меня, короче, primary 2900 я сказал, а secondary 2700. Ну,
Где там? А ты, кстати, где? Внутри еще шаришься, да? Ну я стою, да, на базе жду. Ладно, я тоже зайду на базу, посмотрю, что там, как там. Чумайдан. Чумайдане ничего. Крафтинг стейшн, она тоже недоступна, но того и лейбл, ах, вышпад. Так. Так. Чё-то я запутался тут совсем. Так, вы-то меня слышите, да? Да, я тебя слышу. Угу. Я тут сейчас что-то ковыряю. Ты в игре или ты не в игре? Я пока в меню. Ну, можно купить какую-то мега-маску. Сколько, где, а где тут цена? А, 1700, понятно. А ты, Вантус, ковыряешь что-то внутри компьютера или в винде что-то? Да он вообще. Или ты носу ковыряешь? Так. Блин, что-то шмота нет нормального. Покупаем. Ну правильно, как всегда. Я он с первым этим. Надо было мне не менять самую первую пушку. О боже. Чё? Это охренительный звук. Та-та. Что за чувак? Rewards Claim Vendor. Чё он, чем он? Сейчас я это уберу. Боже, как у меня зверско шумит. Я не знаю. То ли кулер на видеокарте, то ли на проце. Ну, у меня лично на проце шумит, как просто собака. Я даже думал одно время Реобас поставить, зафиксировать его. То, в принципе, можно и программно как-то зафиксировать. Ну, короче, все, я тут порылся, ничего интересного. А мы куда пойдем? В Dark Zone? Кстати, насчет кулера, я, например, в биосе себе настроил так, чтобы он у меня посильнее охлаждал процессор. У меня только просто у меня в последнее время греется просто. Не, мой активируется, когда превышаем температуру 60 градусов. Ну, вот он у меня всегда за 70 лишь. А так он у меня тихонько. Ладно, я вышел на улицу. Че мы будем? Куда мы? Так, сейчас хоть карту изучим. Мне бы ваши проблемы. Ой. Потратил пол зарплаты себе на корпус. Если не больше. Копил там 3 месяца. Да, я просто пару-тройку месяцев зарплаты откладывал и купил. В чем проблема? Разве ты так не делаешь? Теперь выпендривается и хвастается. Ну а почему бы и нет? Я особо ни на что не жалуюсь, но вот этих ресурсоемких играх, типа батлы, конечно, ты сейчас ковыряешь слушать. Там Вандус что-то, да? Или я не знаю, что там делаешь, а я просто да кнопку... вообще занят чем-то другим. Я просто кнопку нажал на... А я вообще ничего не нажимал, я один раз залез в настройки, тупо поставил турборежим, и все. Ну, понятно. Больше я не делал ничего. Я же еще разогнал же просто до 4,5, мне, блин, охлаждение важно. А зачем ты его? Так у меня тоже просто видюха разогнал. Как зачем, ё-моё? Я все гоню. Я и тайминги на памяти в ручками выставил. А зачем? Ну, за каждый процент. Ну, получишь ты там, окей, у меня 60 FPS, 900... а 62. Вот это офигеть не разница. 960. Так, один групп-мембер в Dark Zone что-то делает. Ну, это я в Dark Zone. Да, второй вот он рядышком. В смысле в Dark Zone? Ну, нет, я в Dark Zone. Вон что в Dark Zone. А чё он в Dark Zone? Он на часик же заходил сегодня, вот он там и сидит. Сейчас мы к нему протанемся. Я баблишко зарабатывал. Это еще это. А я. Мы же все квесты выполнили, да, которые в обычном режиме. Я не знаю, у меня какой-то сайт-квест есть. Так что мне телепортироваться? О, я уже и кнопки забыл. Ну давай пока к Ванту запортаемся. Давай. А, к нему нельзя портануться. К этому. К переходу в Dark Zone портайся. Там нельзя телепортануться. А ты где? Переход. Нельзя к переходу портануться? Ладно, хорошо. Ну вот тут серенькая мишен. Рядышком тут. Этот. На 29-й улице. Угу. Вот к ней портайся, а там пешком можно дойти. Это тут темно, ничего, начнем гасить. У нас вчера пару раз деклассировали боты. Боты? Да. Они вы тут... втроем играли? Нет, вдвоем с Вантусом. Ну, на самом деле, мы сначала... Начинали втроем, да, но... этой... Среди нас нашелся один Рэмбо, который нас постоянно бросал.
А потом, когда мы умерли, нарвавшись на живых агрессивных игроков, и он там что-то уникальное просрал, какую-то шмотку или что он там потерял, Вантус, не помнишь? Он ключи потерял. Да, он в общем, очень сильно психанул и свалил. Да, я не парюсь на языки и ключи. Так, ну короче... в эту дыру я не пойму. Вот это прямо, куда я смотрю, да? Чекпоинт, где написано. Нет, он на земле. Нет, нам не надо сюда вниз. Так вы на миссию хотите или что? Или в Dark Zone? Мы в Dark Zone прёмся. Которая синяя серая мишен, мы ее выполнили же уже. Нам она не нужна. Да, просто можно зайти на хард. Можно как на хард туда ты, зайти. Блин, мог. Можно, ну давайте сходим, только сначала с тобой в Dark Zone сходим, вот мы к тебе идем. Потом на эту миссию сходим на харде. Я-то там в противоположном конце от вас. Ну и ничего страшного, добежим сейчас. Ну ладно, я Кавабанка, может пока нарвусь на кого-нибудь. Улю, о, нашел. Так и убиться можно. У меня оранжевых денег вообще нету, 97. О боже. Ладно, я себе еще, пока мы стояли в хабе, прикупил шмоточку, которая еще ДПС повышает. Сколько у тебя ДПС сейчас? Ничего себе, она ко мне обратилась. Эй, ступит over here. Слышишь, блин, кого это она ступит назвала? Я тебе и сказал, Вантус, я же перечислял, что у меня. Я забыл. Primary ДПС у меня 2967, а secondary 2780. При этом здоровье тоже трешка. У меня здоровье 6,5, а primary ДПС такой же, как у тебя. Так ты же, во-первых, прокачан посильнее. Как сказать? Я просто шмотки перераспределил. Короче, я меня запарил. Короче, ребята, блин, куда идем? Где кто? Я вижу. Чешем к Вантузу. А к нему, так, интересно, можно поставить типа точку и типа путь? Можно. Сейчас. Он, видишь, оно не туда показывает идти, куда ты хочешь. Почему? Пошел. Да? Почему мне показывает, куда надо? Ладно. Это оно... супер классную кнопку автобег. Нет, тебе по... это... А, чё... да все, да, то мне ближе там, туда было, оно туда показывает. У нас что, X автобег, да? Ага, X, да. И Shift добавит. Ну, базара ноль. У нас разный путь просто, поэтому тебе показывают по-другому. Автобег — удобная штука, хрумкаешь и заодно бежишь. Да. А у меня еще и автопрыжок, так это вообще ништяк. А как я тогда через забор с перепуга, блин, вместо пробел Ctrl нажал, блин. К тем ботам 9 уровня. Очканул малеха, блин. А, тут мы фоткались, кстати, о, я узнал это место, только тогда была вроде ночь. Кстати, кто-то... Да что я такой косой? Что-то да оно на карте отметило. Что это оно на карте показывает? Он о, рядом со мной. Мы на ботов нарвались. О, граната. Кстати, вы на тех же нарвались, на которых я нарвался. Я с другой стороны. Мы хорошо, значит, с двух сторон будем. Ой, блин, у меня пистолет выбран. А, я же себе хп-то уменьшил. Касси. Я надеюсь, тут других людей нет, а то... Ну, конкретно будет... здесь сейчас, может, и нет, а что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какие боты опасные. Опасно! Дай-ка я их со снайпы положу, уродов. А, блин, у меня восстанавливается лечилка, я думаю, что не могу тебя подлечить. Вот так вот хорошо ему в башню слезал. С фонариком. Прям как в Battlefield, я помню, я не мог понять. С третьей. Че люди с фонариками ходят? А оказалось, тут снайперка так бликует. Еще один хэд повешал. Ну вот, первая шмотка и выпала. А мне выпала шмотка в буквальном смысле очередная. Еще один шар. АК. О, кстати, надо посмотреть, я же шарпа себе забирал. А какого хрена, кстати, Вантус? У меня нет ни одного шарфа. Я вроде забирал уже шарф. Может быть, ты его просрал? Может, нас же убивали, точно. Я же шарф тогда просрал. О, всё. Нифига себе у классика Каурон. Все, мне надо срочно на базу. Так эвакуировать сначала надо. Да не, ну понятно. Синий шмот. Так, а ну, Ригадон, стоять. Пинь.
А зачем? Так у этого же, у Антуза прокачано там. Ну, а нет, я себе скилл пауэр снизил. А, снизил? Ну ладно, конечно. Пускай. Ну, я говорю, я запарил, что у меня 2000 вот хп и там убивают за секунду. Дойдем. Вот, что-то я даже... Допустим... Вах, он каких-то чувачков пометила. Чувачков... А, вот, давай к ним пойдем. А он черепа впереди. Вон тут спуск в подземку, там вот черти. Так, ну мы ж типа на рожон не лезем и все такое. На тебя чувак бежит, че? Ну, вы же меня прикроете. А кто нас прикроет? Там мы такие, блин. Ой-ой-ой! На тебя я прикрою. Мне даже целиться не надо. Нифига себе, кто-то сносит. Да я второй, я тут немножечко. Я второй пушкой. Та, которая. Сколько там у нее? 3 с чем-то. Охренеть. Но у меня сейчас 3300. Пистолет-пулемет, но. Короче, в отличие от вас, я нубло. Да. Что за странные звуки тут происходят? Ну я тут открыл сундук. Кто-то открыл. А ты сундук открыл за счет того, что ты вкачанный или что? У меня уже 5 из 6. А у меня уже 6 из 6, я одну штуку не могу. Ой, я не могу взять. То есть зелененькие можно выкидывать, да, я так понимаю, нафиг. Ну, смотри, как бы иногда зеленые шмотки лучше. Чисто для тебя, если. Чисто, блин. Чисто там обойма. Печатки. И тут какая-то обойма. Ну и какая из них круче? Quick Release Magazine или, блин. Или Extended Magazine. Даже не знаю, что сделать, что сделать. Выкинем. Destruction. Вот и все, вот и все. Надеюсь, я не зря выкинул. Все, я. Я полностью пошли эвакуироваться, ну. Как мы быстро, а? Не то слово. И на какой этот эвакуатор идем? Я бы предложил. Кстати, сейчас рядом буквально с нами есть одна эвакуация. Ну, хотя... Можно попробовать туда рвануть, если успеем. А, кстати, не успеем. Она уже закончилась. Сейф рум. А что в сейф руме можно делать? В сейф руме, ну, во-первых, респавнится. Резаться после смерти. А во-вторых, там стоит чувак, у которого продаются самые топовые шпухи. Но они стоят по 7000. Местной валюты. Понятно. Именно Dark Zone валюты. Chopper is inbound. Так, никак не запомню. Вот это Control, блин, и... Ой, а чё, на крышу нельзя залезть? Чего вы все с этим контролом учитесь? Сменили бы управление. Да не, я их просто путаю. Пробел и контрол. Какое перелазить, какое ныкаться. Ну вот я себе пробел поставил, но перелазить. Куда логичнее. Меня контрол устраивает. Контрол устраивает полностью. Ну а чем ты крысячишься? С? С, да. Очень, знаете ли, удобно и практично. А этот все хрумает. Так точно. Два дела успевает. Так, 38 секунд. Мы, кстати, зря тут сгруппировались в одном месте. Видите, я от вас свалю немножко в сторонку. А мы одни, что-то переживаем. Что, вроде сканер никого. Ну, знаешь, сейчас через полгода могут и прийти. Ну, боты-то бог с ними. Че, так далеко сканер бьет? 8 левела. На 80 метров вроде бы. У меня он там сейчас последнего, ну, предпоследнего. Знаю, модификация, сколько... в смысле? Ну да, сколько там, да. 60. Не, я имею в виду мы там. Там еще есть уровень макс, но я так понимаю, он в бете недоступен, да? Мастер, да. Гасима, его нельзя подбить. Тут, кстати, черепа появились недалеко от нас. Ready to breathe.
что, докопаемся до ботов? Ну конечно, давай. Они где-то вот там вроде бы были. Их уже нет. Что-то походу да. А, нет, есть. А, нет, да. Нормально все. Сейчас они у меня словят. Снежок пошел. Ох, улетел-то как. А сзади вас, кстати, тоже двое. Вот сзади элитка. Обожаю стрельбы. Девятый уровень. Ой, что-то меня напихали, пока я тут перебегал. Что-то там мне приходят какие-то сообщения от Гугла. А, это то место, где я через забор перелез. Точно, я его вспомнил. Да, здесь они самые жесткие. У тебя есть там хилку у кого-нибудь? Нет? У меня нет. У меня восстанавливается. Ничего. Ясно. Что за огонь, не понял. Ну, они кидают эти... Вот. Блин, снова залез. Козлы окопались. О, мне девятый уровень дали. У меня хилка восстановилась. Упс. Ну, пока не трать. Дайте мне этому гаду в голову нахерачить. Херачу, запрещаю. Так а вы сели здесь, я не могу в укрытие уйти. О, блин. Ну, вот еще и укрытие уступай. Да вообще, слушай. Говори. Я сейчас умру вообще-то. В голову ему дай выстрелить в укрытие, дай ему присесть. Да блин, снова я перелез. Как у меня со стороны мой пестик выглядит круто. Умираю. Фак! Я слышу. А там среди них злобная женщина. Я кролика закинул. А, баба, да. Ой, гранат. Да это я кинул. Че, один остался? Да вроде бы. Да еще и женщина. Нельзя же в женщину стрелять. Она гранатами кидается, в нее можно. Ох, как я ее за остановку-то расфигачил. Фу, это было жестко. Надо мангуста полечить. Да ладно. Обойдется. Вот, да? Блин! Два и раза я полечу. Нажал. Да, блин. Сейчас я полечу. А че он так притих? Я ж... Слушаю, кто из вас меня лечить будет? Стой. Шмоточка. Да стой ты, ну. Не. Ты что, промахнулся? Да. Промахнулся в упор, поздравляю. Ладно, на самом деле мне за патронами надо. У меня меньше одной обоймы осталось. Да у меня тоже. А где патроны? Ну, в чекпоинте. А ближайший чекпоинт, ну, допустим, вот тут. Ну, Ригадон, постой. Ну, до чекпоинта там все-таки мне выбирать. Это... Какая разница тут, за мной беги 90 метров. Так, я 4 из 6. Все равно вы мало восстанавливаете, кстати. Так, ну, я много восстанавливаю. Я мало восстанавливаю, у меня 440 это. Скилл пауэр. Скилл пауэр, да, так что. О, так, ящичек. Здесь не пройти, здесь не пройти. А что вы ящичек пропустили? Не знаю, у меня нет ящичек. Я вскрыл. Мне сканер говорит, ничего не найдено. Ну, здесь хпшку восстановить можно. А что в этот ресток я... А, понял, амуниция. Понятно.
А если мы сейчас выйдем в обычную зону, то весь дроп, который мы взяли. Угу. Ну и чё, мы к нему подошли? Ну я посмотрел, что у него продается. Мне ничего не нравится. Хрень. Don't make a habit of not buying. Чё не так? Варнин. Недоступно в бете. Biohazard warning. Что-то мой негр. Даже так не скажешь, что он негр. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Ну да. Что делаем? У меня 4 из 6. У меня 2 из 6. А, давайте еще кого-нибудь. Сейчас вот так же. Хочу. А у меня как посмотреть? А у меня. У меня 6 из 6. Все, я полон. Ну блин. Ну ладно, давайте тогда на экстракшн. А это за мной. О, там красненькие чуваки, может так. Тут еще такая мысль посетила, что не обязательно пылесосить вообще все, что выпадывает с них. Ну, не, ну это да. Я-то просто этим занимаюсь постоянно. Я все, что вижу, все поднимаю. Ну, особо заранее ты не знаешь, там круто, не круто, что сидеть. Ты подбегаешь, ты же подбегаешь, смотришь. Я рубаху подобрал. Допустим, кто-то не подбирает одежду. Так что. Мне меня вот интересно, как эту одежду выбрасывать, например. Блин, снова какой-то араб мне на канал пишет, вообще не пойму. Напиши, что пусть он не взрывается здесь. Не понимаю, блин, что он пишет. Я даже в переводчик пилял его. По-арабски, что ли, пишет? Да, по-арабски пишет. Ну ладно, может он просто твой фанат. А да. Ты свой канал чем это продвигал? Летсплеями? Исключительно. Да ничем его не продвигал. Выложил пару инструкций по Mortal Kombat Mobile. Так как надоело каждый раз объяснять. И я решил снять видео. И о, народ как я ломанулся. А, потом ты начал делать летсплей. И потом я, что хочешь. Не, ну как сказать летсплей? Ну, летсплей это что ты играешь... Блин, не знаю. Почему? Мы сейчас делаем летсплей самый настоящий. Да. Если бы некоторые еще не жрали. Ой, да ну брось, а какая разница? Ну подумаешь, перебито. Вот тебе будет в кайф смотреть видео, где чувак жрет. Ну да. А что происходит, я не пойму. Мы кого-то валим? Я чувака подстреливаю, да. В смысле, ботов или реальных? Ботов. Если бы реальных, я бы тут сейчас орал бы. Ух ты, блин, они, кстати, уже залезли. Что такое из inbound? О, что-то выпало. Ух ты, ёпта. Ништяк. Нифига себе, раз попало, сразу. Сразу мне. You got a bird inbound on your position. О, да. Крит. Из него ни хрена не выпало. Нет, стоп, подождите, там что-то синее лежит. Это у тебя. Да, ну и отлично. Нифига нет. Чоптер, чоптер. На карте есть что-то. А, это... А, чоптер, чоптер. Сканер говорит рядом. Какого вот хрена у меня? Какое прикольное слово. Чуваки, меня... у меня F не нажимается, я не могу. Я серьезно, я не могу повешать. Может, раскладка поменялась с другой стороны? Чуваки, я серьезно. Я жму F, а оно не работает. Удерживай. Да. У меня просто неактивна эвакуация, ну, шмота. Давай сейчас еще раз вызовем. Хотя у меня его 6 из 6. Чё за... Ну сейчас он улетит, подожди, вызовешь еще раз. Самое обидное, что все, что я тут сейчас насобираю... Mm-hmm. А что... Стэш капэсиди 10 из 30, то есть еще и 30 штук, и надо валить зоны, да? Да, у тебя этот самый... Там сундук, а... который на базе стоит, у него 30 игр. Что-то все, что я набрал, угу, вот в этот крайний заход, что-то мне ничего не нравится. Вообще ничего. Вот, кроме... кстати, там опять чуваки резнулись. Кроме неплохих того. Да, чуваки резнулись, и черепа там где-то, и на втором этаже какая-то зелененькая вещь. Ну, мангуст, это самое, закажи еще одну. Это кто-то снайпера там, а как его оттуда достать? Там есть слева и справа подход, там лестница. Смотрите, у меня что написано на моем что интерфейсе. Ты уже 30 заполнил. Can't extract, да, stash is full. У меня полная... А, полный... ты все ну вот, собственно, в этом-то и проблема. Так, и что делать?
Ну, как бы... У меня есть шмотка в инвентаре сейчас, да, из моих вот того, что я насобирал в зоне, которая мне нужна, я хочу ее одеть. Ты ничего не можешь с этим сделать. То есть я теперь только все да. это выпасываю. Да. Ладно, пошел тогда из Dark Zone. Давай. Фрост, давай тут, как говорится, сейчас там слезешь, метнемся пока в подвал тут. Где тут сраный выход? Ну ищи. Тут, видать, кто-то снайпером загасил. Я, кстати, мангуст, я знаю, что можно сделать. Че? Выкинь, я могу тебя убить и забрать твой лут. А потом как ты мне его отдашь? А я тебе его не отдам. Ну иди в жопу. Иди в жопу тогда. Ну вот видишь, то есть тут ни себе, ни людям, а? Ну, это свинтус. Итак, хача, я перепрыгнул. Ну, красавчик просто. Сейчас вот так попробуем. Хача, теперь вот так, хоп, как в фильмах. Так, подожди, а где выход-то? Как этот. Что я недавно за фильм смотрел, чувак бегал по этим. А, вспомнил, с Николасом Кейджем, блин, медальон, ох и хрень. Я по трупам пробежал. Че, уже валимся? Да, че. Та-т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 а. Ого, ничего себе. Чисто, чувак. Ближний бой. А ты все подряд гребешь или не? А, да, че. Если че не нравится, я потом выбрасываю. Я уже... Что у меня? 4-6. Уже 4? Угу. А я пока бегал, там нашел какой-то этот ящик. И с него выпал с уроном 2847 УЗИ. А я тоже хочу. У меня там тоже, кстати... А у меня за синенькое что-то появилось на карте. Пойду сбегаю. Это же, наверное, в том да, месте. Да, кстати, точно. Там у меня синий шмот появился. Там, где ты понял, да? Где стоянка-то? Да. Да, перед сундуком. Да. Вот там УЗИ. Какой-то броник какой-то. Так, ну можно куда-нибудь метнуться, например. Дропаж, ну это остальное надо будет либо выкинуть, либо я не знаю. Дробовики, кстати, я тут что-то вообще не оценил, они какие-то. Да это надо как-то быть мега крысой, заходить с тыла. Да это не то чтобы крысой, то есть я не знаю, ведь, наверное, если, конечно, вкачать в себе тучу ХП, тучу брони, тогда да, может быть дробовики. Но я дело в том, что себе брал какой-то дробак, он вроде даже ничего был, но я не могу, я не могу из Dark Zone выйти. Знаете почему? Да, потому что ты дошел не до того выхода. Ты выйди в нужную сторону. Ни хрена себе, чувак, блин, попустись. А, да у меня 3 места в рюкзаке есть. Понятно все. Я сейчас выкину 3 ненужных шмотки, и можно будет эвакуироваться. Зря бежал только. Сейчас я выкину 3 ненужных. Нам какой-то чувачок подошел. Спакуха 86. 86, это я даже не знаю, это что. Ну, скорее всего, его возраст. А если возраст, то 30 лет, то так. Блин, нас тут обошли, малюха, блин. А я думаю, что я никого не вижу, они, оказывается, сзади. Блин, я не понял, спокуха стреляет или это боты? Вот я сам не понимаю. Нет, это боты. Так. Ну, всё, я короче, считаю, я вот считаю фоловый. Вот эти 3 шмотки я могу эвакуировать, так что бегу к вам. Это хорошо. Ой, как далеко-то. Тут еще боты рядом со мной. Точнее, они рядом с вами тоже. А, ну они возле этой. Возле да мы где были, да, мы, собственно, там и есть. Они возле заправки, эти боты, видите. Да они опять нарезались. Я уже 5 и 6. Какого-то хлама. Вот у меня уже сейчас будет 6 из 6. Сейчас я подберу штуку. О, снова шмоточка. Шляпка. Вот и я теперь 6 из 6. Так, чёрт, ну все, я фуловый. Всех перебили. Угу. Ну, вызывайте.
Спокуха, блин. Так, чё тут я нагреб? Какого-то Г. Ну, кроме вот этого УЗИ с 2847, по-моему, ничего толкового нет. Ой, даже белую вещь взял. Ну, продаж. Что ли, тип боеприпасов поменять, что ли, пока ждем? Так, они вроде нужны там в самых особо яростных замесах. Они. Так просто что. А что еще за цифры возле них какие-то? Это их количество. Explosive barrels. Это что это за звук был? Не знаю, я какую-то хрень жру сейчас. А. Ну, мой перс. Ну я понял. Судя по звуку. Ну что, валим с покоха. Ну да, можно, кстати. Commencing extraction. Все, я давайте, наверное, ливаем тогда из зоны. 15 секунд. Ну, за мной беги. Пешком, пешком, да? По-другому не можем. Нет. Вот типчик с нами. Ты еще пожалуйся, что здесь нельзя на машинках кататься. Ну да. Да, довольно странно выглядит с точки зрения реализма зона, в которой постоянно люди бегают за лутом. Вот в This War of Mine во время подобного, да, во время какой-то эпидемии, ну там по сути война была, это здесь эпидемия, там персонажи выбирались ночью за каким-то реальным, ну то есть то, что реально можно в жизни найти. А тут шмот, оружие. Но тут... Я, кстати, сегодня немножко глянул. Так, хранящий. Есть разница все равно. Чем не надо сюда идти, здесь ничего нет. Зато я, здесь короткая дорога. Разве там можно спрыгнуть? Да. Ну ладно. А, ну да. Короче, я сегодня немножко глянул, типа, что, мол, тут вообще в Дивизионе происходит в плане сюжета. В общем, да, типа в 11 году какие-то ученые, какой-то вирус... Вот, они там что-то собирались проэкспериментировать, как, мол, на общество повлияет заражение вирусом. Черепа. В общем, все стало плохо, за буквально там месяц Нью-Йорк превратился вот в эту жесть. Ну и, в общем... Опс. Блядь, это живой был игрок. Прибежал тут живой. Тут, я думаю, по мне пушка валит, блин. Тут прибежал живой игрок, и я вместо него, вместо бота в него выстрелил. Это ты зря. Я чувствую, я случайно. Что делаем? В расход. О, у колеса. Пока не надо, не надо лучше атаковать. Лучше свалить на самом деле. Ребят, колеса простреливаются у Урала. Да, естественно, простреливаются. В смысле, из них воздух прям выходит. Да, да, и у Хаммера тоже. Всех машин. Блять, что за падла по ним стрелять? Боты. Так, все, мы больше не изгои. Вот это внезапно. То, что они сделали интерактивные колеса у автомобилей, при том, что автомобили здесь нафиг не нужны, как таковые. Ну здесь как бы стекла простреливаются, знаешь. Вот я тебе и говорю. Нет, помнишь? Демо 2013 года, там вообще у машины можно было изрешетить ее полностью, и она не просто простреливалась, на ней не просто отметины оставались, на ней оставались прям, ну как бы, можно было прям противника убить сквозь машину. Ну и сейчас можно.
А сейчас можно только сквозь стекло, сквозь железо нельзя. Ну, а как ты представляешь себе сквозь машину? Машину надо сквозь прострелить вообще. С крупнокалиберного оружия простреливаются двери автомобилей. У тебя есть крупнокалиберное оружие здесь? Чего? Ну, снайперка какая-нибудь мощная. Сомневаюсь. Это должна быть очень мощная снайперка. Ладно, давайте в эту. Справимся. Так. Инсильвания Плаза. Ну ок. Посмотрел сегодня Кунг-фу Панду третьего. Господи. В кинотеатре. О боже мой. Ты решил... Я хотел с дочкой, но у нас везде это не до 3D. В смысле не до 3D? Да ну, IMAX'ов нет, а эти, блин, с этими давящими очками... А, я на 2D ходил, на обычный. Да, у нас 2D фиг найдешь, я еле... Ну что же я ходил? Последние деньги выкачивают. Это ж дорого. Star Wars, по-моему, я еле нашел сеанс 2D, блин. Очень странно, что у вас не популярен 2D формат. Это вообще. А да вот странно. Именно я реально ищу. А у нас он не прижился, у нас нормально все. В 2D в любом кинотеатре можно посмотреть. Но вообще без проблем. То есть. И 2D, ну да, да, да. И IMAX, и что хочешь. Ну не, ну ты знаешь. Ну, у меня город небольшой. Что... Да, у меня город небольшой, только 2D и 3D, но 3D доминирует, и я бы не сказал, что оно супер крутое там. А в IMAX хотелось бы сходить, я еще ни разу не был. Так. Че-то тут. А, все, все по-старому. Стрёмный дробак. Так, теперь надо в этом чумайдане все извлечь, да? Это тетка, блин, а с ней пообщаться нельзя, с этой, блин, инвалидкой. Иногда можно. Что-то она там мне такая сказала, типа, блин. Типа нехорошее что-то. А рукоядок я нагреб, ё-моё. Ага, сейчас самое интересное. Надевать шмотки. Так. Хотя такие шмотки, что я бы их не одевал. Господи, сколько же у меня... О, господи, какой кошмар. Замкнутый круг, блин. Либо голимый урон, но много жизней. Либо хороший урон, но мало жизней. Вот это ихняя система, камень-ножницы-бумага, блин. Я хочу и то, и то. Ну. Ну, кстати, не знаю, может быть, если какие-то супер там рарные вещи, или может быть те, которые крафтятся, они, может быть, и будут добавлять побольше всяких ништяков. Ладно, пусть будет до хрена жизни. Тем более, теперь у меня стамина стала 182, и на вот той моей пукалке, по идее, должно заработать вот тот талант. Странно. А, не понял. У меня почему-то стамина выше 155 не поднимается. Шмотки, главное, показывают. У меня стамина 182, а это требует Firearm 78, а у меня 71. И не работает вот эта моя. Я понял. Хрен. Нет, просто у меня есть шмотки, которые дают 182 стамины или 179, но я их когда надеваю, она не становится, она остается все равно старой. Что-то я не понял. Это баг, что ли, какой-то? Или это там... А, УЗИ, знаешь, какой этот самый талант? 5% перезарядка. Ускорено. Ну, тоже мне. Не, ну смотри, берешь талант с таким талантом, потом берешь какой-нибудь магазин, который еще там 7% добавляет. Да, уже 10%. Со временем супер. Да. То есть оно же в сумме как бы копится. Что-то я не понял. У меня почему-то шмотки ничего не улучшают. То есть они... Баг какой-то, что ли? У меня шмотки, которые ухудшают. Жалко, нельзя. Реально ухудшает. Нафиг такая шмотка. Ты будешь, Вантус, смеяться, но вот я сейчас все, что не забрал из своего ящика, я оставил в ящике лежать в инвентаре. И отошел
от ящика, просто чтобы продать то, что меня не интересует. Но при этом все у меня в мой инвентарь не влезло. Я отошел от сундука, вернулся к сундуку, а он пустой, хотя я оставлял там, наверное, вкладочки около... По вкладочкам переключался? Да. Там стэш, экстрактед и инвентарь. Так, а, вот, в экстрактед все это лежит. Фу, я уже испугался. Вот. Но у меня здесь просто до хрена всего. Внимателен. Блин, что ли с калашом побегать? Он сильно рогатый или нормально? Ну, зависит от конкретного калаша. Ну, не знаю. Так, оружие сейчас... Полис М4 мне надоели. Ладно, попробуем с калашом. С калашом? Ох, как он выглядит. Ай, красавчик. Блин, ко мне идет дочка. Шухер, шухер. Что, котик? Папа играет. А я сама не доставала. Иди к маме, Котя. Я буду планшет. Смотреть. Планшет где-то там. Попроси у мамы. Мама вытягла, он у меня в комнате. Хорошо, я понял, малыш. Хорошо. А бы ты отстала. Я тебе все разрешу. И планшет. Да, я закрою. Ну, боже мой, дети. Что, ребята, нету детей, да, у вас? Нет, конечно. Конечно. И хорошо, что нет. Их и замечательно. При моем стиле жизни и увлечениях дети — это совсем не то. Да, дети — цветы жизни. Их надо либо в землю, либо в воду. Нет, если бы у меня была супруга, быт какой-то, ей... там не было бы места ни видеоиграм, ни всему остальному. Вау, коллаж с глушителем. Ну, это мега круто все, ну, блин, я вообще... Я мега бы сказал, это мега странно. Блин, я не понимаю, почему у меня хп-то выше стамина ваша 150 21. Не становится. А, я думаю, нифига себе, какая приятная штучка, что 36 патронов делает. А, 21% увеличивается магазин. А я-то думал, через чего у меня 36 патронов, а не 30 в обойме. Все, мега крутой калаш я выбрал. Да, да, блин. Так, это фигня... А есть там какая-то, ты говорил, какая-то кнопка, которая быстро может снять скип? Unload, это самые там апгрейды? Да. Ну вот да. Это стрип, это, наверное. Стрип. Ага, да. Отлично. Теперь у меня стриптизная. Фу. УЗИ, отстой. Ладно. Хоть слотов мало в этих ПДВшках. Это типа хорошо? Ага. Ладно. С ихним конченным интерфейсом это хорошо. Я, кстати, как-то умудрился к нему уже приловчиться. А я так, частично щелкаю мышку, частично... Не, я только по клавиатуре. Горячими клавишами. Ой, что-то я такое сделал. О, теперь у меня одинаково. Что у калаша, что у этого SMG урон. А раньше была разница аж в 1000. Ну и ладно. Так, а у калаша что же какой-то этот? Перк. Ого, я даже не переведу. А, каждое убийство с калаша, типа, уменьшает кулдаун для твоих остальных скиллов на 3%. Ну или что-то в этом духе. Круто. Вот жалко, я не могу им пользоваться. Так. Ну, я, короче, вроде как...
ничего не понимаю. Нащелкал. Я еще, подождите, щелкаю. Что выйти надо. У меня баг какой-то. Я шмотки надеваю, которые мне должны, например, ХП увеличить, а они не увеличивают ХП, оставляют таким, какой был. Вот что лучше? Потерять 600 жизней, но добавить 200 урона, блин. Или 300. Или быть жирным, но слабее бить. Наверное, жирным, но слабее бить. Короче, у меня так мало вещей, что особо тут не разгонишься. Сейчас мы это все продадим. Где эти, блин? Нет оторвавцы. А тут цены у всех одинаковые? Так, да. У этого смотрим. Ну, насколько я знаю, да. Ну, если, к примеру, так заценим 356. Слушайте, а эти вещи же можно и бездумно тому продавцу продавать, который в Dark Zone, да? И будет вторая валюта копиться. Нет, будет обычная. Да? Да. Тебе им впарил это. Так, где тут продать? Прощай, М4, прощай. It's a deal. It's a deal. Step right up and take a look. So it's no deal? I can live with that. Не понял, это женщина? Нифига себе, это женщина? Кошмар. Блять, я думал, я с мужиком вообще. Я вот думаю, я смотрю, в магазине лежит М-ка, 3200 урон по умолчанию. Если с моей М-ки все поснимать и поставить на это... Добавишь, да? То есть добавится ли еще? Вот я у Ванду спрашиваю. Еще раз. Ну, смотрите, у меня с моими всеми плюшками на автомате ДПС 3600. В магазине лежит такая же М-ка, но без плюшек. У нее 3200. Ну, боюсь, я не знаю, если я сниму свои... Ну вот, можешь не полениться и снять, там одной кнопкой снимает. Ну да. Надевать потом, правда, запаришься. Да, надевать запаришься, но зато можешь сейчас снять и глянуть. Я боюсь, что ты 400 этих своими шмотками не добавишь. 400, а может и добавишь. А может нет, добавить, вполне ну, возможно. И... Вот в магазине разницу показывает. Сейчас скажу. Да, в 400 с чем-то показывает разницу. Ну, я... Что-то я сомневаюсь, что у тебя есть такие вещи, но кто вас знает? Так, блин. Да, было бы интересно, конечно, попробовать. Use laptop. Вот честно, было бы интересно попробовать. Блин, а что надо выполнить, чтобы у меня заработало? Это тут какой-то квест надо выполнить? Мне не хватает 100 очков, чтобы... А, ну да, миссия. В разделе Venom Grades. Ладно. Короче, если что, я на улице. Шарюсь на какой-то миссии. Странно все это. Он прям таки пишет, select mission. Ух ты, блин. Вах, у меня теперь калаш. Селфи, 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 хочу селфи, селфи. Сейчас залезем куда-то повыше. На фоне какого-то нигера. Фрост, а глянь, да. Пожалуйста, вот. Чего, о, куда? Я на улице. У меня сколько хп полосок? Три. Целые три.
Целые три полоски. Капец, вообще бред какой-то. А как мне... У меня показывает 2.5. И как не мне... увеличивается. Как мне оружие с плотами поменять? Ну, просто выбираешь то, которое есть. И... Да там оно легко меняется, да. Ну, просто выбираешь другое в этом. Уверены? У меня не получается. Так, оно открываешь первый слот, и там внутри него выбираешь второе оружие. Оно становится первым слоту. Опа-па-па-па-па-па. Ой, я нашел, как мы сейчас будем фоткаться. Так, мне срочно нужно отличное освещение. Так, вот этот фонарь подойдет. Я на фоне фонаря. Не получается. Так, нажимаем двоечку. А, вот так. Все. Ух ты, и долго он так стоит? Гля, видал он, как я ручки поднял? Ну да. Такой, типа... Ну, видимо, это пока не... Живи, так, а сейчас посмотри, сколько у меня хп. Ну, 3 полоски. Чё на тебя смотрю? Парень, что за финиш? Ах ты ж клятый китайоза, блин. Фая. Он мне кепочку дал. Мне надо какую-то миссию выполнить. Вот тут эту. Как ее, блин? Как ее отметить? Ну, мышкой. А я хочу с помпончиком побегать. Вообще, ништяк. Точно. Я ж там тоже что-то. Так, дайте-ка я перелогинюсь. Это у меня что-то. Да, то пройдет, я думаю. Не знаю, я вот уже. Я просто релогинюсь. Agent left your team, ах, он такой. Угу, ошибка. Класс. Так, как мне там снять все? По-моему, X. Там все написано. Да. Он... А, с трип-випом, да. Ну, там все. С английским, да. Совсем плохо. Все, я все снял. Ну, не настолько же. Так. И... Как теперь... шмотку... А, Unequip, да? Сейчас буду... Телепортон. Ты если хочешь миссию какую-то выполнить, не знаю, там меня с собой возьми, что как шмо, как это, как оружие из слота убрать в инвентарь, чтобы я мог его продать? Не знаю. Наверное, стоит поставить другое, а то автоматом попадет в инвентарь и станет доступным для продажи. Я что-то думаю, что то, что в руках, нельзя продавать. Ну да. И выкинуть его никак нельзя. Че, ну телепортируйся ко мне, сходим. О, туда. У меня вроде это плохо, потому что это плохо, потому что мне как раз надо его продать. А нечем тут слот забить? Нет. Если нечем, каким-то. Тогда никак, наверное. Ну, зачем ты хочешь без пушки вообще остаться, что ли? Я хочу купить другую, но у меня на нее не хватает 100 монет. А, замкнутый круг. Продай, блин, да. Это шикарно. Продай кусок амуниции, это выход. Классно? Так. Ну, амуницию же тоже не снять. А, стоп, я же не в пати с вами. Не хватит. У меня не хватает на то, чтобы продать. Короче, я хочу спуститься в этот стрёмный подвал. Мангус, сходи, миссию выполни. Так, стрёмный подвал, стрёмный подвал, а ты где? Тоже верно, пойду-ка я какую-нибудь эту мелочь выполню, еще сотку доберу. Просто ты где, что-то я тебя не вижу. А, вон ты где. А, ты вот эту хочешь миссию? Да я не знаю, какую. Давай, кстати. Мангус, давай с нами на миссию с огнеметчиком. Секунду, я тогда шмотки назад надену на М-ку. Угу. Я же хотел себе другую М-ку, как мы с тобой, как мы только что разговор вели. Угу. Вот. И я хотел посмотреть, что в итоге будет. Вах. Потому что моя М-ка, она 4 уровня, которая тут продается, она 8. Можно угарнуть и на харде попробовать. Но, скорее всего, нам там наваляют. Да давайте попробуем, почему нет. Так, просто ее уже начал или нет? Не. А, ее, по-моему, или ее только лидер пати может начать. Я могу, да, то есть я к вам бегу. Сейчас протанусь, точнее, к вам. Вот давай. Хочу. Так, а я пока изучу урон своих. Пух.
Так, 2 800 и 2 900. Да, теперь они меня реально выровнялись. И у калаша 32 патрона, а у той штуки 36. А ну как хоть калаш стреляет? Пи-пи-пи. О, слушайте. Чем мы тебе в лобешник? Так. Опа-на, телепортун. Угу. Ну, и где-то здесь должна быть у тебя о, миссия. Калабанга. Молодец. Я жив. Да, выбери там, наверное, хард. Должна быть здесь, но она не совсем здесь. Ну, сбегай там, где она. А вот в том-то и дело, я сейчас пытаюсь понять, где она. На глобальной карте она у меня отображается, а на... А, мы слишком близко подошли к этому. Че за... Что тут, может, G, матчмейкинг, или это не то? Нет, матчмейкинг — это поиск. А, она у нас всех написана Mission Complete, Mission. Да, complete. Но ее можно как бы еще раз пройти. Ну, давайте другую найдем. Reply Mission, Hold. Так. Да. Упс. Так, Normal. Нет. Что происходит? Нормально, нормально. Только на нормале мне не дает выбрать... Там есть кнопку, это самое, изменить сложность. По-моему, удерживать надо Г, если не ошибаюсь. Set difficulty, да. Avoid contact if possible, but do what you have to do to make sure Rhodes gets us the juice we need. That is, if he's still alive. Нет, слушай, я не могу, у меня только нормал. Короче, я сейчас сам тогда. А у меня только нормал доступен, я что сделаю? Кстати, да, у меня тоже только нормал доступен. Ну, значит, пойдем на нормале фигни. Окей. Окей, юшки. Миссия-то началась уже. Да. Ох, да, это, конечно, не темная зона. Все такие слабенькие. Ну, я их, допустим, ваншотами снимаю. Бах. Никого не вижу. Либо всех убили. Там. Не пойму, куда меня ведет эта штука? Вниз. Что ты его передразниваешь? Он умер за идею. Word here is that Rhodes is a bit of a wild card. He's got the skills we need, but he's a little eccentric. Which is a nice way of saying he's a paranoid jackass. Ой, я какой косой. Только игра. Люди сгорают за работой. Да тут даже расщелёнки не что ж стоп. Шмотка, шмотка, шмотка. Так, шестого левела там что-то падает. Все продать, все продать. Патроны, если честно. We have intel that there are multiple cleaner teams on site. They're looking to burn out the infection along with anyone who tries to stop them. Be careful. А чё тут трупаков сжигают? Ого, ребята даже не из дверей вышли, а просто телепортировались. Так чё туда? Где реализм? А тут дверей-то нет. Да вы уже третий день про реализм тут забываете. О, шмотка. Кстати, тоже возбудитесь, какого хрена здесь шмотки выпадают, это нереализм. Ой, какой-то пистолетик. Ну, вы ломанулись.
должны офигевать от атмосферы, да, я так понимаю? Не знаю, но я включил генератор. Кстати, ты знаешь, что если что, это не та миссия, которую тебе нужно, чтобы открыть тех? Да, я понял. Get your masks on quick. Otherwise, you're dead. Bodies. Скоро мы будем говорить, как они мертвые тела. Как будто тела бывают. Живые. Ну, это особенность английского металла. Фига себе, аж ты крыса. Activate secondary power relay. У вас что там, рукопашка? Да не. Рикадона я там видел. Чумайдан. Чумайдан это хорошо. Так, зачем тут глушители? Действительно, сделали какую-то миссию, где надо скрытно в коопе. Ну, я вообще, когда мы в темной зоне были и обстреливали автозаправку, я первых двух чуваков снял, и они вроде как даже, ну, остальные не согрелись. Ну, вообще не знаю, может и будет что-то какая-то скрытная миссия. Кнопочка. Прикрывайте. Да тут нет никого. Они будут дальше. О, нифига ты чумодан потащил. Чумайдан. Да ты их с пистолета положишь. У тебя ж крутой пистолет. Да, китаец. По тебе открыли огонь. Да почему мой персонаж не может присесть? Не знаю, болел, может. Такие нехорошие слова. Ну, не переживай, в русской версии там все будет цивильно. Да я вот на Дэдпула ходил, ох там и матом в нашей версии было. Ой-ой-ой-ой. Че, возомнили себя крутыми? Да я вообще не заметил, они по мне с тылу зашли. Шестой левел этого. Тоже все серьезно. Прикольно, они так длинят. А вас же украинскую, да, версию показывали? Ну, конечно. Ну как, в Украине запрещены фильмы на русском. А, уже запретили, да? Все, уже. Да, их запретили еще 300 лет тому назад. А, в смысле, как запретили? У нас в кинотеатре, ну, типа... Не, я знаю, что их просто показывали, как бы, тоже такие. Слушай, а у тебя, получается, дети тоже два языка знают? Ага. Вот школа пойдет... Я вот на русском общаюсь, а вот школа пойдет, надо будет с ней на украинском. Мы когда домашку делаем, я с ней на украинском общаюсь. Mm-hmm. И каждый раз, Каролина, ты меня разумеешь? Она такая, так. А я и сомневаюсь. Разумею она или нет. Вау, ну коллаж с глушителем, это что-то с чем-то. Да, жесть, конечно, там у вас происходит. Да слушай, у меня знакомый есть, который, в принципе... Дома всегда разговаривал только по-украински, и даже будучи мелким, когда стал гулять во дворе, ему тяжко было, потому что там все по-русски говорили. Да, ты же понял, смотри, а какое потом... воспитание. Вот мы на русском разговариваем, а вот поехали в Буковель отдыхать, а там девочки говорят, мы не будем с тобой гулять, ну, на украинском, потому что ты не говоришь, типа, на русском, на украинском. Может, языке. Они дети националистов. Ну, типа, мы не будем с тобой, типа, гулять, потому что ты не разговариваешь на украинской мове. И Каролина такая, я говорю, ну, у тебя будут друзья, которые на всех языках говорят, а у этих девочек только на украинском. Ну, родители, видимо, нацики так научили. Да, все ж от родителей. У нас таких полно тоже. Ну, так-то да. У нас в стране, что, мало националистов, да столько же. Только они, столько хайпа про них нету. Что, мол, вот так вот. Так, я тоже какой-то чемодан взял. Красавчик. Мы тебя прикроем. Вот оттуда этого чувака. О, а они, кстати, идут. Да, ну ты ж там гасишь, да? Ты крутой, пистолет крутой. Ну, в принципе, да. А сзади? Меня там пукан это самое, припекают. Ты стрёшь тупо на них. А, ну, что мне еще делать? Элитнички. Одно радует, что хоть простреливается это самое. Решетка, блин.
А тут все простреливается. О, как вас хорошо поджарили. Ага. Я бы сказал, радует то, что у меня ХП немерено. Поэтому мне пофиг на. А у меня урон хорош. Мне тоже пофиг. Допустим. Что, после этой миссии в Dark Zone попрем? Да но нет, можешь тебе эту пройти для того, чтобы ты. Да, блин, я стою. Если я перки новые откроются. Если я куплю себе ту пушку, которую хочу. Вот я сейчас ради пушки прохожу миссию. Я пойду вернусь в эту. Типа бабло, да? Нет, я. Да, мне надо бабла, я потом куплю пушку вместо вот той, которая у меня МК есть. На нее повешу все обвесы, которые я набрал. Что тут нажать? Что нажать? Ничего. Просто будь готов. А это типа бандиты такие микрофоны балуются. О, как банально. Окей. А вон они в окне. Ну-ка, постой, не двигайся. Попаду я в тебя или нет? Пиу. Попал. Что он там сказал? А ящики не простреливать? Фу. Ну, в них, наверное, пушка. Вот они и не простреливаются. Так, а что там, два раза пропел и прыжок вверх. А можно этим прыжком сальто сделать? Чё мы ссым? Я жду чуваков. Откуда первые выйдут? Отсюда? Не знаю, но здесь нет респауна. Там чувак на балконе в окне. Мы же в курсе, да? В курсе чего? Что там чувак в окне на балконе. А, да пофигу. А, вот тот? Да. Ой, я же забыл, у меня же прицел еще есть. Надо ими хоть пользоваться хоть когда-то. Кто? Я не пойму, желтенькая это типа критические выстрелы или что вот это происходит, когда пуляешь по врагу и иногда. Ну, попадание регистрируется с таким с желтым этим. Да, ребята, блин, только вышли, сразу же легли. А я в них липучкой фиганул. На лифте пацаны едут. Вот они не ко мне поехали, блин. Капец. Эх вы. Босс вышел. Как, он чётенько на гранату вышел. А, нет, упало. У меня целая куча всяких там царей указателей. Во, в лифт. Ща, погодите. Чё я тут наполучал? О, L86. Даже какой-то пистолетик. Agent, looks like the power grid is a lot more stable. Thanks to you, we're back in business. Роу, какую мне штуку дали. Все, у меня теперь до хрена кредитов, я портаюсь на базу, мне нужна пушка. Ты крут. Я ради этой пушки, в принципе, и проходил это все. Ну ты крут. Да, пуш... еще почему никого не бесит, что здесь есть телепорт? Да, это же нереалистично. Да, это же нереализм, какого хрена. Ужас, как так можно? Это не канон. А, стоп, это у меня.
А кстати, квадрокоптеры ж вроде были. А, или тут для игры на планшете. Кстати, а да. Отменили, кстати. Что, не будет? Лохи. Ну, амбиции у них, конечно, были, как всегда. Не, ну типа я так вроде слышал, что... Ну вообще, если проследить, то очень многие разработчики отказались от компаньонов мобильных. Я так понимаю, они просто нифига не популярны. Чего только стоят эти компаньоны к батле. Такие корявые были эти ихние батл-логи. Да батл-лог-то ладно, там был этот самый командник, режим командира. Да, что-то я в нем разочарован. Ну это да. Не, ну я как-то пару раз на работе сыграл. Hey, you gotta see this. We got a hell of a selection. Говорит, ты должен это увидеть. Ты должен это увидеть. В принципе, можно тогда. Че, блин, пока не отметишь. А, не, есть тут продать. Я думаю, его все надо помечать. Продать. Чувак, счастлив от сотрудничества со мной. Просто вилли хэппи. Я так тут эту фигню меня и не сделал. Да, блин, я был прав. Шмотки прям просто. А, обалдеть. Ты о чем? Че я раньше об этом не додумался? О чем? Шмотки, которые одеваются на оружие, то есть глушак, прицел, магазин, рукоять, они увеличивают статы этого оружия. Да. Ну а ты че, её не одевал, что ли? Каждый раз вот эти танцы у меня начинаются при получении нового барахла. Что это за циферка 8 мигает, не пойму. 8 левел, что ли? Ну, я готов к вылазке куда-нибудь. Это вы готовы, а я пока не готов. Я тоже не готов. Липучка это какая? Та, которая стики бомб называется? Угу. Что ли, с ней побегать в целях эксперимента? Или со щитом? Ну, щит тут вообще какой-то беспонтовый. Усё! Усё продал. Сколько тут всего недоступно? А в полной версии оружия случайно не будет выходить там, типа, со строя? Да не должно вроде. Типа там, ремонтировать его. Какой смысл вот? Это же ММО. Нет, смысл-то может в этом и есть, просто если здесь этого нет, я думаю, в полной версии этого не будет. Да, этого нет, это во-первых, а во-вторых, если здесь постоянно у вендора можно покупать новое оружие, которое по уровню лучше старого,
Какой смысл ему выходить из строя? Мало ли, может, бабла нет там или что? Нет, 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 здесь вряд ли это будет. Здесь это не нужно. Просто не нужно. Ну да. Я лучше посмотрю сейчас, что у меня по шмоткам. Так, шапки у меня отстой. Культет у меня тоже отстой. У меня иногда багает этот персонаж почему-то, когда я шмотки хочу ему выбрать. И такой становится непрозрачный. А, ну, то есть это на тему... внутри помещений такой бывает, я тоже сталкивался. Да. Большие куртки это отстой вообще. Вот у меня там, которая у меня одета сейчас на мне, это самый ништяк. Шапка без помпона это вообще отстой. Почему персонаж не поворачивается, а? Не знаю, у меня поворачивается. Вот я ему одеваю всякие рубашки, шапки, а он стоит боком ко мне. Ну, я тебе говорил, как сделать так, чтобы он поворачивался. Управляй инвентарем только с клавиатурой, тогда он повернется. Ну чё вы там? Ну сейчас. Не, шапка говно. А-а-а, ну да, точно. Я тебе об этом когда еще сказал? Хочу нормальную шапку. Hey man, do I look like a thug to you? Ну чё вы там, готовы, нет? Ну, я думаю, ну, я, ну... Наверное, сейчас. А вы, кстати, бегите пока к дроиду, самой, к зоне-то, я к вам телепортируюсь. Я по-другому сделаю, я портанусь к ближайшей точке возле дроп-зоны. Вот так вот, как это я уже делал. Тем более, что групп-мембер и так возле миссии стоит. Так, там, похоже, просто похоже, там как стоял, так и остался стоять. Или кто это? Я телепортируюсь туда. А, ну вот, и, соответственно, я тоже. А я потом к вам прыгну. Как? Мы же сейчас в дроп-зону зайдем. Ну подождите, там, я не знаю, 10 секунд. Да ты шо? Еще 10 секунд тебя ждать. Passway New York City. Кстати, вот то, что мы на миссию сейчас проходили, сверху здесь каркас какого-то здания. Что это за здание здесь было? Что это у меня тут этот? Passway New York City. У меня тут Stonehenge. Ну вот, смотри, где ты там? Да блин, дай. Вот, вот видишь, Passway New York City. Это что за фигня в настоящем Нью-Йорке? Строящее какое-то здание или что это? Я что-то, честно говоря, пробел в знаниях ощущаю. Потому что рядом-то небоскребы стоят, которые я, в принципе, знаю. Город-то очень похож на реальный Нью-Йорк. Или это не Нью-Йорк вообще? Нью-Йорк вроде. Это должен быть или Нью-Йорк, или Манхэттен. Но обычно вот такие заражения и прочее. Так тут же районы вроде как подписывают. Здесь достаточно, ну, популярно очень на Манхэттене все это делать. Например, вспомните... Вот это, блин, Гудзон, короче, я Челси. Легенда. Есть у них район Челси? Я вот, я легенда, помните фильм? Там же чувак на Манхэттене жил. Послезавтра фильм тоже, там чувак на Манхэттене был. Таймс-сквер, там, ну, что-то явно это Нью-Йорк. Вот а тут есть... написано Нью-Йорк, чуваки, что вы с Москвы? Нет, то, что не, это а Нью-Йорк, есть этот это... самый, как его, Манхэттен, адская кухня. Это тоже хочу Нью-Йорк. Район адской, ну, кухни. Это Нью-Джерси вообще. Ой, короче, ладно, вы так прям обсуждаете, как будто были там. Адская кухня, это я возле Нью-Джерси. Смотрю. Так что, ну нет, ну там, конечно, должны Дэдпула уже скоро, ой, не Дэдпула, этого, Сорвиголову второй сезон выпустить, но пока его еще переведет New Studio, я помру ждать, пока они все серии переведут. О, чувак, 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 чувак. Hello. Потому что, допустим, если я посмотрел первый сезон в переводе New Studio, то я и второй буду смотреть в их переводе, чтобы не ломать голову. Это вон с «Игрой престолов» козлы намутили. Первые два сезона дублировали РЕН-ТВ, третий сезон вообще не помню кто, четвертый и пятый, соответственно, «Кровец» и «Амедиа». И у всех разный дубляж, разные голоса у персонажей. Ну, хорошо, у меня таких проблем нет. Mm-hmm. Правильно, нечего всякое говно смотреть. Не, ну базара ноль, что «Игра престолов». О, блин, йо-йо-йо, я заблудился. Как вы там оказались? Добежал. Блин. Все, я в Dark Zone, догоняйте. Как всегда, я заблудился. Что так? Мусороводский двигатель включен. Да, это меня тоже немножко удивило. Прикольный взрыв шин, конечно, автомобилей. Ну так себе.
вечный дым. Просто некоторые машины здесь очень старые и разные. Мне нравится, как она обращается ко мне и ступит, блин, новых хе. Вот козлина, блин. Stop wasting my time. А, и потом не тратить мое время. Тварь такая. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Че там, вас уже завалили? Да нет, бежим. Куда-то. Не а знаю, куда, я за мангустом бегу. А мангуст куда бежит? Я не знаю. Мангуст. Отметь что-нибудь на карте. И беги туда, да. Я просто бегу по маркеру. Какому? По маркеру куда ведет? К заправке. У меня нет никакого маркера. Вот перед нами вот эта длинная улица, здесь обычно боты спавнят. Ну тут... Китайский квартал. Вот сейчас их тут нет. Чувствую, что на корейский, кстати. На этом сервере вообще никого нет, кроме нас. Да не, есть. Тут только что эвакуация была. Но тут же боты должны быть, по идее. Ну, они иногда спавнятся, иногда нет. Может, в метро спустимся? Ну, в принципе, можно. Ну, что там? Никого? Тут куча трупов. А вы по ним бегаете. Ну что за неуважение, ребята? О, слева. Слева, чуваки. Какой ты толстый. Главное, блин, людей не завалить. У меня сейчас ДПС 4 косаря. Рад за тебя. Кстати, на снайперке? Нет. На автомате? Да, я купил новый автомат. Подстрелите. У него 4,5, у него 3,5 косаря был базовый урон, я еще своим обвесом его добавил до 4. Неплохо. Что там игрок бегает? Ой, ёперный театр! Спокойно, 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 они вроде бы и не против. Я случайно чувака убил. Ой, я случайно убил чувака. Я вот это пугаюсь от этих парней, которые сзади нас ходят, блин. Ну они вроде не стреляют. Да чел, блин, тоже там вперед выскочил, естественно, как бы я по нему и попал. Да все мы знаем. Ты это сделал специально. Конечно. А вот там справа черепа, кстати, тоже. Ну они сваливают. Ну, можно их не трогать. Я лично я к синей шмотке бегу. Я уже собрал. Сейчас хоть посмотрю, что я насобирал. Тю! О, нихера я шмоточку нашел. Даже две. Две одинаковых, но при этом у них одна зеленая, одна синяя. И у которой, которая синяя, та помощнее. Ништяк. И что в них? Ну, увеличивает ДПС и здоровье одновременно. И ничего не уменьшает при этом. Так, что за восклицательный знак? Кто-то в него пальнул. О, он в меня пальнул. Ах ты ж, сука, блядь. Ну не надо, это самое, какие-то подозрительные. Не, конечно, можно шваркнуть нас, но что-то это... А прикинь, будут такие чисто плеер-киллеры? Конечно, будут. Тупо, блин, сквад таких. Это на самом деле, плеер-киллером... Да, косильщиков, блин. Плеер-киллером быть проблема. Не, понятно, что ты у всех... Они от нас не отцепляются. Они от нас не отцепляются. Они хотят нас спровоцировать. Не поддавайтесь на провокацию. Они хотят нас спровоцировать. Вот мудаки, а. Нет, плеер-киллер здесь как бы... В чем проблема быть с плеер-киллером? Когда ты убиваешь кучу игроков, у тебя, во-первых, увеличивается очень сильно, ну... Что? Время...
Они сброс. Ну, так и что, может, в смысле, когда тебя убивают, когда тебя убивают, ты тратишь, ты теряешь огромное количество местной валюты. Да. Да. Ну то есть разве что имеет смысл слить эту валюту, а потом уже да, наверное. А, еще, кстати, опыт ты теряешь при смерти. Жалко, здесь валюту нельзя, как в некоторых других играх, сначала, как в GTA 5, допустим, в мультиплеере можно делать, перевести на банковский счет. А потом с нулем бегать, чтобы если тебя убьют, у тебя не забрали деньги, которые... С кем они там валятся? Лезем к ним или нафиг? Да, смысл? Ну хотя не знаю, разве что там может эвакуация какая-то. Жертву найдем какую-то. В смысле? Мне бы эвакуировать то, что я нашел... Там сейчас очень много людей, мы не сможем эвакуировать. А, мне легко, у меня ничего нет. А, нет, есть две вещи. Ну чё мы делаем? Давайте хоть со стороны посмотрим, что там происходить будет. Ну, это можно. В принципе, да, может кого-нибудь, если там замес начнется, можно будет грохнуть кого-нибудь. Chopper is inbound. Agent, I am inbound on your position. И я сейчас такой первый, только прых и... Свои две вещи отправил. Че, мы их пустим? Они ж типа вызвали. Мне как бы не жалко. Я гренку подготовил. Газовую причем. Ой, и че не можно узнать? Левел. Слушай, а если я газовую гренку кину или зажигательную, то всех, кто там есть, повреждать начнет? Естественно, сам-то как. А, мне, соответственно, этот. Блять. Не тебе, а нам. Ну да, нам. Не буду я это делать, короче. Вот не надо. О, бот. И даже не я, блин, не принимаю сейчас все в бой, но очки получаю. Ну все получают. Ну да. Шмотка. Cargo extraction initiated. Ну естественно. Что это был? А вот он, козел. Вот он, козел, и сваливает скотина. А у него скилл пару очень хреново, видать, вкачан был. Дебило кусок. Ты за ним бежишь? А я его убиваю уже. А, отлично. Только я не убил его, он сбежал. Да. Ну ладно, похер, это не самое важное. Блин, обидно. Ну чё, какой план теперь? Вы же мне не стали помогать? Ну, я вообще, кстати, не увидел и не понял, кто это был. Я его зато увидел и почти догнал, но у него реально, ну он убежал. Я в него пострелял, половина хп ему снял, но не убил. Я понял. You got a bird inbound on your position. Agent, I am inbound on your position. Ну вон тоже чуваки мирные, смотри, смотри. То, повторяют мои жесты. Нет, самый классный вот этот. Тихо! О, тоже мог. Кого там хилка из вас? У него, у Фроста. Ты где? Фрост хил. Ну, к нам еще типа пришел. Ну да, нам тебя слабенько. Бот прибежал. Ну, чувак, получил уровень. Пулемет М249. А кому он нужен? Ну. Да в упор прикольно было. С боссами, ну, да. Особенно когда я первый раз только зашел в игру. 4.6, да. Ничего не делая, у меня уже 4.6. Какой-то очередной расширенный магазин. Че, мы дождемся, пока эти ребята все отправят? Ну я не знаю, у кого-нибудь из вас есть барахло? У меня есть. Ну давай, мангуст, тогда пусть сольет. Тогда мы сюда народ. Не, все уже занято. Сейчас меня это убьются это. Посмотри, какая толпа, ёп. А я успел. Опять не успел. Нет, ты чё, вы облепили этот вертолет как просто как чай. Я ничего не облепил. Что здесь других было полно. Ну, зато сейчас половина разбежится. Ну, не факт. Ну вообще да, возможно. Кстати, заметьте, боты не исчезают, убитые. Вот лежат.
исчез. Не, серьезно, они не исчезают. Единственное, что они... Ой, из них кровь льется. Когда в них попадаешь. Нереалистично. Нет, правда... наоборот, реалистично. А еще, а вот нереалистично то, что у меня нога в нем утонула. Типа на карте вроде бы какой-то ящик, наверное, внизу. Так, тут еще два чувака с нами. Вот с нами еще три чувака. Даже четыре, пять. Набежало. Пять человек. Пули набежали. А что, по-английски можно что-нибудь написать в чат? Ты можешь даже поорать в voice chat. Например, да, например, voice chat, например, guys, fuck off. О, как это оригинально и классно. А так, он вот стоит, вы еще не видите его. А так они рисуют. О, прохлишь. Кто-то стреляет, не пойму, блин. Чё мы на этой эвакуации застряли? Ну почему застряли? Сейчас мангус сольёт барахло. Уходите, уходите, Фрост, отходи. Чем дальше, тем лучше. Потому что если меня убьют, вы хотя бы добьете этих козлов. Че, я тоже буду сдавать. Тогда Фрост, отойди. Все нормально. Все, сваливай. Можно в торговый центр рядышком метнуться. Пошли. Может быть, там, кто-нибудь да есть. Что-то мы какими-то разными путями пошли. Я просто как можно быстрее убежать оттуда хотел, и все. То есть тебе же ничего снимать было. Деньги. А ты говоришь, куча никого игроков. На этом сервере нет до нас. Просто да, целая куча. Так, а в торговом центре опять никого. Ну можно подождать. Да ну что. Вообще нам тут навалять могут, тут они очень толстые все. Их очень много. Скалодром, заметьте. Что их ждать? Пошлите, ну, я не знаю. Слушайте, тут скалодром, приколюха, елочки. Да, а типа тут все, это самое, биоатака произошла на Черную Пятницу. Так это был эксперимент властей? Типа вроде как да. О, еще один чувак. Короче, пацаны, го за мной. Полечить. А ты где? Я на улице. На улице. Да я не уже, я там был. Ну и что там, что-то хорошее? Да, я так думаю, я надеюсь. А мы быстрее бегаем. У меня тоже, значит, кнопка Shift, ты не думай. Стамина. Ну куда бежать, влево-вправо? Прям. Что там за фотик? Фотик это какая-то у них зона, на которой респавнятся чуваки. Что за домик? А, сейфрум. А куда это тут наверх можно залезть? Там ничего интересного. Там тут лишь еще это, один, а тут один в этой зоне мы же можем полазить где-нибудь в домах чьих-нибудь, где-нибудь. Так как, вроде... Нет, игра не поощряет мародерство. Не, она поощряет, но не в темной зоне. Нет, она не поощряет домушничество. Тогда уж, давай другим словом назовем это. Не, домушничество есть, но не в темной зоне. Да почему? Наверное, будет где-то. Ну, в обычной зоне там есть. Слушай, что-то никого нету. Тут никто не резнулся. Что-то они не успевают. Это что? Это что, магазин это айфонов, что ли? Это по-моему библиотека. А здесь нет нигде айстора? Нет. Мы же это... Юбисофтовского стора. Что-то у нас сегодня как-то скучно. Ну, скучно в смысле не натыкаемся на таких жердяев, как... В прошлый раз. Ну я знаю, конечно, где один жердей, но мы оттуда убежали. Ну, я сегодня офигел его в соло валить. Чувак бежит, чувак! Где о, видно, красный. Насколько он красный? Ну, череп. 90, нет, в смысле, сколько? 90 секунд. Секунд? А, ну нормально. Пробьем, мы это загоним. Да офигел узнать. Сейчас. А вдруг он меня сейчас положит?
87 уже, 89. Что-то оно не уменьшается, наверное, это. Уменьшается. Может, он с кем-то воюет. А где он может заныкаться? На выходе или его бежать может? Вот тут он спрятался возле выхода. А, фак. Я его нашел. Ты нашел? А я его тут убиваю. Я его в огонь в мой наступил. Ха-ха, ладно. Загнали как этого, блин. Даже уже не сопротивляется. Я убил, я убил, ништяк! Что ты взял, что ты убил? Ну мне написало kill, или это просто пишется всем? Там, ну, наверное, всем пишет. А мне ничего не упало с него. 320 очков получил. Я тоже, наверное, из-за того, что... Не, я там какой-то бабло с него подобрал, по идее. Нет, видимо, с него падает только что-то, то есть деньги, еще что-то. Видимо, с него не падает. Во-первых, с него падает то, что в тубусе в этом желтом, но, видимо, у него его не было. Да, он пустой был. А бабло все получают, кто убивает красного. Все, все, он пустой был, потому что... Загнали, как, блин, бедного раненого оленя. Да, просто как кабана его. А я первого своего живого противника убил. Куда идем? Куда идем? Прямо сейчас. Вон справа автозаправка. И чуваки впереди. Справа. Я их растормошу. А как же там? Ну, я был слушателем. О, тут можно зарезать, типа, блин, удар. Удар сзади. Что не бабу. Нифига не выпадает. У меня выпало. О, ранг 10. Вах. Теперь ты можешь сундуки открывать. А, сундуки открывать, еще бы сундук найти. Гандов, ну, так, реденько бывает. Что-то у меня со звуком какие-то траблы пошли. Ух ты, я думал, ты убьешься при падении. Выжил. Говнецо подобрал какое-то, сейчас поглядим. О, стрёмный дробовик. При желании его можно. У меня вообще пустой инвентарь. А ты где, в метро или где это ты лазишь? Я в этой на парковке подземной. Жалко, тут очень редко боты появляются. Их, наверное, выкашивают. Не так, как мы в прошлый раз. Я и несколько раз свой инвентарь умудрялся потерять. Там наверху даже бот еще, смотрите. Так, мне патроны нужны. И немножечко эвакуации. Тут впереди где-то боты были. Угу. Но тут уже народу, конечно, за ними бежал. Вообще тьма. А боты, походу, в уровнях не растут. Не, ну просто тут какие-то есть. Это зона, понимаешь, в зоне как будто написано, видишь, зона 8-9 уровень. Mm-hmm. Соответственно, боты здесь будут такие. Так, Эгадон, ты там живи. Нет, я не жив. Сейчас. Погоди, а ты где? Он уже, походу, на другой стороне. А, вижу. О, сейчас попробую. Сейчас я починю. Я, походу, ключом воспользовался. Полечи меня. Я не могу. А, у тебя нет лечилки? Опс, чуваки красные. Кого-то задели. Гасим? Не знаю. Ну давайте гасим. Одного завалил. Второй еще живой тут где-то. Не-не, тихо. Тут есть черти только, которые чуть-чуть. Их не трогаем. Капец. У меня уже не влазит, с них там навыпадало. Это да. А, фак, у меня тоже не влазит.
Ну все. У меня опять из 6. Я магнум получил. Надо эвакуироваться, да я отойду, чайную ложечку возьму, стакан чаю принесу себе. У тебя 5 из 6, так а вот шмотка. А, или она только для меня. Это не шмотка, да, это. Серое, вот то, что у меня прозрачным светится, это только твое. Или только Фроста. Ой, или только Вантуза. Смотри-то, тут нам пацаны типа помогают. Кто за чаем пошел? Я пойду, но я пойду, когда мы... Давайте эвакуируемся, да, сначала. Ну, я и сказал, мы эвакуируемся, я отойду на секунду, чаю возьму, у меня в городе пересох. Я тоже хочу. Ну, вот. 18:43. Так, к этой точке эвакуации бежит до хера народу, сразу говорю. Да? Ну, вон они, посмотрите. Давайте другую тогда. Все туда ломанулись. Давайте та, которая ближе к выходу с зоны. Давай, веди. О, смотрите, чуваки красные слева. Пошли, посмотрим на них. А, все, один готов. Второй сейчас тоже. Ну да, так что бог с ними. Тут прям, знаешь, все как это... Знаешь, как когда... Цепи срываются, когда увидят. Да-да-да. Нет, смотри, самое прикольное, вот красных... Красных там, кто-то красный становится, сразу в игре что-то оживляется. Да. То есть ты такой бежишь, тишина, покой, знаешь, вот как в фильме «Я легенда», вообще никого нет, только машины разбитые стоят, редко сталкеры бегают мимо. И тут вдруг тишину нарушают перестрелка и красные черепа, которые ни с того ни с сего какого-то хера кого-то попытались убить. И начинается замес такой. То есть это даже, знаешь, это как-то оживляет немножко игру, и мне бы хотелось, чтобы этого в игре больше было. Ну до определенной степени. Да. Так, а гранатки у тебя будут, которые это сами катаются? Естественно, надеюсь, будут. Их нет. А там череп какой-то, ну, да. Сейчас они нас и положат. Ух ты, блин, то справа. То справа. Сюда. Блин, а барахло-то из них все валится и валится. Валится и валится. Еще и внизу, чуваки. У меня на одно барахло еще место есть, поэтому. Вот, вот тут чья-то шмотка лежит возле меня. Нет, все-таки криты у меня со снайперки валят только в путь. У меня специальный, у меня на прицеле или на чем, на какой-то, на каком-то из обвесов 12% критическому урону добавляет. Но это все-таки вот не снайперка в чистом виде, у меня карабин. Карабин со снайперским прицелом, глушителем, увеличенным магазином. Вот, вот что я об этом думаю, смотри. Изумительно. Раз, ого, как он долго хлопает. Служу Советскому Союзу, да. Пока не прерву, он таки... О, вот это прикол. А, да-да, летит. Эй, да. Эй, ребятки! О, кстати, здесь текстура неба статическая. Нет? Не, это облака двигаются. Нет, облака двигаются, я про другое. Опять боты. Блин, а я опять косой. Ага, патроны кончились. Блин, они поняли. Сколько еще вертик? Вертик еще 25 секунд, время есть. Как раз у меня шестой флот забил. Как это же 25 секунд? А. Всего он на полминуты прилетает. Я еще отправлю. А че? Не понял, инвентарь фул. А, я что, тогда не отправил? Эти не успел. Чего, первый раз, оказывается, не вышло. Давайте из дроп-зоны выходим. 5 минут перерыв. Ну я бы не... Я бы просто... Я лично до чекпоинта просто добегу и все, я пока из зоны выходить не буду. Ну да, да, я имел в виду, что вот где-нибудь в, типа сейф-зоны и отойти на пару минут чаю налить, там все, заодно в рост поставят на паузу стрим, потом... Ой, летсплей, потому что... Что там? Ничего не делать. А, ну ты потом обрежешь же, да, это все? Да, не будет он ничего делать. Не буду я обрезать, там... Много гемора, прикинь, когда ты такими размерами по 50 гиг там ворочаешь. А ты их потом удаляешь же, да, эти видосы с компа? Да, ну конечно. Чисто на... А где, интересно, место берется вот в Ютубе? На каких серверах это хранится все? Жесть, да, на гугловских. А? На гугловских. А как долго мы еще будем играть, а? Не знаю, как скажете. Ну как ты на работу соберешься, так и все. Учитывая, что у меня 11, я через час спать пойду. Я еще час могу играть.
Так, ну все, я за чаем. Просто да, Фрост, ты определись тоже. Тебе ладно, там на давайте я нажму тоже на паузу запись. И, ну короче, я тоже через 2 минутки буду. Угу. Давайте. Продолжать-то продолжаем сейчас, только я быстренько посмотрю. Что он, так, secondary DPS. Забавно показывает, что наколенники только у второстепенного оружия увеличат. Ну ладно. Че, у меня даже одна штука есть, это. А ну, а ну. Че я там подобрал? Эй, ступи, то вахе, блин, ах ты ж тварь. Где тут? По ней нельзя пальнуть. Ты кого, блин, ступит назвала? Biohazard warning. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. Так, ну что, все. По идее. Возвращаемся в пустошь. Что в метро есть? Возвращаемся в пустошь. А здесь у нас ядерный снег, трупы. И какой-то шелест. Да, и какой-то шелест. Это я имитирую просто. Что? Ну, ветер? Да. Например. А почему нет? Пойдемте в метро. Пойдемте. 2033. Нет. Last light. Нет. Что нет, вы чем? А. О, кто-то вызвал. Верт. Пойдем их убивать. Мы же все равно пустые. Можем, ну, попробовать. Мы с Фростом нет. А, вы не пустые. У меня одна вещь всего. Ну, у меня тоже одна. И то говно какое-то. Ну и куда тут метро? Еще ниже? А вот, да. Нигде никого не вижу. Ну да, что-то сейчас пока никого. И сканер тоже говорит, и ничего не найдено. Ну обычно вот тут черт есть. Ну может они появятся. Никого, да? А еще я сундуки встречал, но что-то сейчас не вижу. Сундуки тоже спавнятся, видимо. Да, да, да. Ну и когда открываешь, ну, соответственно, после этого какое-то время там у него откат. Че, на улицу выходим? Ну да. Там никого нет. Прикольно, он может так бежать в грузовик, например. Кстати. Чуваки рядом. Одиноко был. Блин, снежок прикольный. Я в Snowfall играю, тоже прикольно. Такой же примерно по красоте. Так, скриншотик. Опа. Где я, красавчик, ручки поднял? Нет, нет, не это. О, сейчас, секундочку. Так. А ну сделай так еще раз. Красава. Все, блин. Я нафоткался. Куда идем, куда идем? Что-то как-то тут не так весело, как. Можно пойдемте к толстому чуваку. А вдруг его нет? Вот насчет веселости мы с Вантузом, в принципе, и переживаем, что вот так будет в полной версии, что вот так скучно будет 90% времени. То есть что-то веселое случается либо в данже. Так, не сюда. Не то сюда. Есть торговый центр, да, грубо говоря. Либо в перестрелках с живыми, но вот в обычный. Подожди, это не Вантус, это другой. В обычном времени, да, то есть вот мы бегаем по Dark Zone и что-то как-то скучно. Ну, я бы не сказал, что скучно. Мне, например, вполне доставляет. Ну, смотрите. Нет, мне доставляет атмосфера, я согласен, но. Нет, это немножко другое. Смотри, как вы. Если вы не наверх лезете, нет? Нет. Это ММО.
В ММО всегда есть элемент фарма. Вот. В принципе, мы сейчас занимаемся исключительно фармом. Да. Я вот лично фармлю сейчас... Никакого умного задания в духе типа там, блин, что-то полезно сделай. Где вы? Я вот, вот не пойму. А внизу мы нафиг это самое. Ты... Ну ты вот залез наверх и зачем-то спустился. Тебе нужно было здание, крышу пройти насквозь. Короче говоря, я к чему веду? Я, например, такое? Сейчас как бы фармлю бабло для топовой пухи, которая здесь есть. Вот. То есть, скажем, я себе такую цель поставил. Ты проблема в том, что бета, будет бета ли кончает. Здесь... А. Будут ли здесь... Чё, там ничего нет? Куда? Бета-то кончает. Я не знаю, куда. Да бета-то я знаю, что она кончается. Я нигде вообще не вижу никаких этих... Она же по 22-е? Завтра последний день? Нет, она вроде сегодня последний день. Ну, может, не завтра, но я завтра на суд. А сгореть в этом можно? Проверь. А, сейчас проверим. Горю. Так и написано, on fire. Так, жиру, а вот и чуваки. Жиру, вот здесь жиру. Жестко будет. Да, наконец-то мы куда-то зашли, где жестко. Жестко. А, или это выстрелы в бошку так помечаются. О, девятый вариант. Наконец-то. Ого. Ого, у меня только эти. Только шмотки появились. На меня бежит страшный чувак с топором. Мочи его. Да он какой-то злой. А моя турель его замочила. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Мой лус назад. Все, сходи, сходи, сходи. О, как жарко. Жируф, 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 свинфая. Ботиночки выпали. Кто-то подбирает шузы. Кстати, видите, чуваки турели ставят. Они да, мало того, что их ставят, они их еще чинят. Вижу в рай жесткую турель. Я не пойму, это что, вот рядом с нами, или это чувак бей? Это чувак. Какой чувак? А, да. Да вот, блин. Ну, ребята, станьте, дети, станьте в круг. Пью. Так. Ну, я фуловый. А я 5-6. А у меня всего 3. Ха-ха. У меня какой-то... Не очень дроп. Ну, он а тут... А чё, нельзя залезть на этот классный грузовичок? Блин. Ну, я в печали. Он дорожен. А, тут сундуки есть. Где? Ну, этот уже... Этот не активен. А вот чел побежал к другому сундуку. Эй, чувак, стой! В расход чувака. Кстати, можно, он тут один. А что-то нет тут сундуков. Нифига тут нет. Давайте его замочим, а. Он еще и спиной к нам. Эй, зараза. Он... Ну да. Ну давай, ну кстати, да. Мы же паладины, ё-моё. Как мы можем чувака завалить? Не, вообще, я, кстати, была у меня мысль зайти в Division, еще когда первая бета была, и всех здесь драть. Но поскольку я один играл, поэтому я не стал реализовывать этот план. Куда теперь? На эвакуацию? На эвакуацию, или... да. Да. А там, может, боты набегут? Ну, можно или, на... Или там эвакуация точку. Безботовая. О, я хочу это немного пожариться, так как это, как это. Опа! Ну, у меня пока что не очень со шматом. Всего 3 из 6. Вот, смотрите, я делаю классный снимок. Я вот, я хочу посмотреть, что у меня там в шмате. А, ну... Кстати, впереди боты. Да, я занят. Я вам так скажу, у меня крайне хреновый дроп в этот раз. Мне даже особо нечего... Клёво, я поджарился. Как он сейчас с ботом выпадет? Нет, ну, ну у меня тоже даже... там со снайперки валишь? То, что у, то, что у меня вот там 3 из 6 в сундуке в моем, то, что я несу вот это, в желтом, это фуфло, да, я его да. Выбросил бы и новое набрал. В торговом центре, короче, куча народу, но я не знаю, имеет ли смысл сейчас туда забуриться. Пошли. Не дай бог мы там сдохнем, вот не дай бог. А мы сможем сдохнуть как нифиг. Ох их тут! 13. Че?
Всего 13. Противник. Ого, обойму всадил, а он такой типа... Типа хатюша. Блин, что-то тут жестоко. Ой, мне плохо. А лечусь я зверско, ё. Чувак. Ух ты, шмотки вывалились, какие с него модные. Блять, кто? Спасите, помогите! Ты где? Я. О боже, граната. Что-то моя пуха вообще не сильно помогает. Фрост, помогай, давай. Я поднял. Помогаю. У меня лечилки нет. Отходим. Ой, они жмут. Учитывая, что я заполнил рюкзаком. Чё мы сюда зашли, напомните мне? Знаю, у Ригадона мало слишком было шматья. Так, давай, Фройка, я в тебя верю. Я перешел на этот. Кстати, нас обходит слева. Бежит уже. Да. Все, можно сваливать отсюда. А как же перебить всех? Зачем? Я полный. Тут какая-то шмотка. Да все, на улице. Еще не это. Тут еще и на улице тоже противники, если что. 6 противников. И их мочит парочка на этих. Парочка так, игроков. Блин, так. Все, я затарился. А ну, стоять. И... Блин, тут у меня столько барахла валяет, его подобрать-то надо. Small grip. Блин. Нереалистично. Че такой маленький инвентарь? От Сантре, я уже вышел. Ой, за бот возродился. Бот возродился. И из него тоже что-то. Я сейчас, короче, пока вас не было, нарвался на ситуевину. Игрок одиночка отхватил от 6-уровневого бота. Я добил бота и поднял пацана. А он меня салютовал. Типа спасибо. Фига себе. 30. Да, это просто вообще. Жизненно. Так, ну все, эвакуируем. Сейчас, секунду. Small grip, это круто, типа? One second, please. Тут, кстати, лут вроде довольно долго валяется, если его не подобрать, можно потом будет прийти забрать его. Уже нельзя. В смысле уже нельзя? Я свой лут сделал ему дезинтегрейшн. Не, я имею в виду тот, который вот не подобран. Ну, я понял. Все, короче, давайте валим отсюда. Что это тут тикает так подозрительно? Не знаю. Пострельба. А, как черепа на эвакуации трое. Не, сейчас туда вообще какого-то смысла не вижу идти. Ну да, еще сдохнем, будет западло. Не, нафиг, пойдемте. Циконы. Слушай, да, я не спорю, но мне осталось тут совсем чуть-чуть денежек, и я не хочу сейчас их потратить. Мы вчера с Мангустом и так два раза легли, и я минус косарь словил. Мне ничего-то не понравилось. Диман так вообще вышел из-за этого. А, он вообще расплакался, убежал. А я справа боты, ну, похрен. Так, зайди в сейф-рум. А что там? Сейчас буду еще смотреть видос, который ты перед этим записал. Позавчера. Было бы что смотреть, 6 часов. Там 6 часов собрался? Моего геймплея. Разве что послушай, как ты со стороны звучишь. Да, вот это хочу. Гляньте, сука, ботов. Не, слушай, чтобы послушать, как ты со стороны звучишь, это надо в хардлайн идти или там в четверку. А, вот это. А здесь ты Пи-пи-пи-пи, вертолетчик, куда он летит. Пи-пи-пи-пи. Ты, наверное, про либератор говоришь, да, Вантус? Возможно. Так, чуваки, там вообще эвакуация началась. Ну, начинается. Желтая пушка, которая увеличивает ДПС просто в разы. Да. Я тоже ее хочу. Ну вот. Так на нее 12 уровень нужен. Ну, у меня осталось тут буквально децл вообще.
Я сейчас трех ботов убью, у меня будет. 12 уровень дроп зоны? Да. Ну не дроп зоны, а дарк зоны. Дарк зон, дроп зон. А, все уже. А, это не та зона, что ли? Не здесь эвакуация, ну похер. Chopper is inbound. Конечно, мне дико западло, сколько мы пропустили ботов, которых можно было бы убить, да, и собрать, да, с них, да, бута, да, но, да, блин. Были. Я вот не знаю, кстати, этот тубус можно будет потом увеличить. Или таскать два тубуса с собой. Мне кажется, расход что... этого чувака. Мне кажется, что тубус этот, это, ну, как бы, часть амуниции персонажа, и два таскать ты, как видишь, на шкурке. Я персонажа. Понимаю, просто может он побольше будет, хотя бы это что-то. Ну просто смотри, обычный рюкзак может. Сколько быть там надо выстрелов сделать в чувака, чтобы его спровоцировать? Там не сколько выстрелов, там за определенный процент урона ему нанести. Могу вчера со снайперки в чувака шарахнул, и одного выстрела было достаточно. Это не снайперская, это карабин однозарядный. Ну, какая разница, ты там ему столько снял, что, естественно, нам потом напихали, и я словил 500 денег, уровень там еще понизили, и вообще, короче, у меня у самого загорело в этот момент. Да, у тебя подогрелось неплохо. Я, что еще я... такое коопное есть? Мне прям на ПК было. И этот осада. Чего? Ну, Rainbow Six осада. А, да. Там комната, блин, 3 на 3. Ну, этот вот чувак так и ныкается, там танец цыкай, не сыкай. Хорошо. Тогда Borderlands. Нет, это такая унылая херня. Более унылой игры я, наверное, в жизни не встречал. А я еще не играл автору. Это, по-моему, самая скучная игра. А больше ничего. Destiny PS4. Destiny это тот же самый Division вроде. Ну. Сейчас кто-то не успеет. Да, кто-то не успеет. Ахалай, махалай. Не успел, жду. Следующего. 16:30. Чуваки, я, кажется, только что... 7 предметов эвакуировал, а не 6. Как? Вот я не знаю. Но мне так показалось, я не знаю, либо я... Ну так, а ты скринкастишь? Череп рядом. Я не вижу. Уже, судя по крестику, наверное, он уже готовый череп. Ну, нет, да. он убегает. А, ну и бог с ним. Так, ну я тогда залезу на грузовик. А я тогда схожу тут. Оно взрывается. Ура! Ляпота. Куда ты пошел? А я проверить, есть ли там кто. Там никого нет. У меня тут на карте какие-то ящички отмечены. Блин, что это такое? Ящички? Фиолетовый, да. Ну, там либо с какой-нибудь аптечкой они там патроны и всякой такой фигни. Либо есть тут сундуки этой самой темной зоны, они ключами специальными открываются, и там тоже лут, всякие пушки. Которых у меня галяк, по идее, этих ключей должно быть. Ну, наверное, не знаю. Вот, где-то они, я, блин, даже забыл, в каком-то отделе я их видел. А, да, 0. Да. Dark вот у меня 13. И 2 ключа, чтобы открывать закрытые двери. Туман. Нет. Такой стоит. Зарядка, да, чтобы это. Так, я рядом стану и тоже так. Ой-ой-ой, ребятки, приходят. У нас гости. Опа. Без тубусов. Опа. Ребятки, а чей-то они без тубусов пришли? Мы без тоже тубусов. Без тубусов. Фрост, сейчас, возможно, будем это. Давайте, встаньте по краям, потому что... А, красный! А, или он... Я не понимаю, он сюда бежит? Да, сюда чеш. Ну, давайте тогда. Сейчас мы его жахнем. А, нет, он убегает. За ним боты. Да бог с ними, с ботами. Меня обстреливают боты. Ты давай, сдавай! Ты 20 секунд. Встал. А, уже? Боты такие... Ой. А я не вижу. А все, их перестреляли. Ну офигеть, вот это я слоупок. Так, и вон бот. Чё, не это самое, вот они есть. Двое на крыше, один внизу, один на крыше.
На крыше готов. А, снайпер готов. Опять у меня на крыше шмотка упала. Кстати, боты еще появились там, куда я вот бегал за углом. Так что я еще раз туда сгоняю. Тут ничего не выпало. Ну, кому как, мне выпало. А, ну мне выпал белый калаш. Ну, я его, так, конечно, подберу. А тебя можно ранить этой бочкой? Нет, она... Да я тут уже взорвал все, что можно было. А мне не выпало ни хрена, поздравьте меня. У меня белый калаш был, знаешь. Поздравляем. Невелика разница. Зато мне выпало наколенник, хитрый батон. Пойдемте к библиотеке. Пойдемте. Мы там как раз мимо нее пробегали. Там был люди, может их. Может. Заметили, послить? Что в Dark Zone нету простых неписей. Угу. Ну да. Нищих, короче. Но эта зона типа заражена. Поэтому здесь их нет. Он. А, фух, игрок. Бодро бежим. Ух ты, какой дом белый. Пена. Чувак, он что-то бежит и разговаривает. Да, у него там микрофон включен, судя по всему. Что там, дуповоз, когда я на тебя навел, там было что-то написано «Атакин». То ли ты что-то заметил, то ли... Нет, не наводи на меня, я стесняюсь. Да блин, чего он не бежит? А, X. Так, а что-то сейчас-то тут никого-то не перенашечки. Ладно, тогда давайте. Может, мы как-то целенаправленно это будем изучать эту? Ну а как еще целенаправленно? Бегаешь между этими зонами? О, кстати, сейф рум. Может быть, мне хватит. А как посмотреть, сколько у тебя бабла? Ну, в инвентарь открывай. А, в инвентаре там такие фиолетовые. Просто в инвентаре 2127, это, мать его, немного. Странно, тут почему-то калаш есть у него урон. У меня 2192 тоже, я так как бы... А я не понимаю, почему тут калаш, который урон меньше, скорострельность меньше, а у него магазин больше. Вот, короче, я хочу либератор, но он стоит 7 косарей, как ты говорил. Да, у меня хватает. А у меня нет. А 7... вот топоркан у меня уже не хватает. В смысле 6950 либератор и да. 754. Вот у меня 723. Насчет он по характеристикам хуже, чем тот, который на мне идет. Нет. У меня ну, либератор, конечно. У меня по характеристикам primary DPS 1400, а у этого 4400, причем этот еще без обвеса 4400. Это либератор? Да. Ну, либератор, да. Если меня, я на него еще обвес свой повешу, вообще 5 косарей будет. Короче, уже. Купить. Че там оно говорит? Откуда я у вас столько бабла? Кто у меня 2000 всего. Говорит, что нужен ранг ему, понимаешь ли, 12-й. Ну, блин, еще. Мне не хватает буквально децл до этого ранга. Давай, я тебе скину. А, я тебе бабла дал. А как бы ты мне дал бабла? Не знаю. Это у Юбиков спроси. Если бы можно было, он бы дал. Так, стоп, а я патроны-то мне хватит? У меня патронов нифига нет. Ух ты, ну блин, что? Я с другой стороны вышел, триндец. Что будем делать? Тут три выхода с этого дома. Я что-то ну, тут что-то уже вдоль и поперек избегал, и меня начинает наскучивать. Ну? Не, погодите, как... погодите. Дайте мне это самое на пуху заработать. И оценить, так сказать, все прелести. Не, ну... О, а вот возле меня чувачок.
Wi-Fi! Нет Wi-Fi. Чуть. Блин, я такой херяк с ему гранату. Что у него даже, по-моему, хп не собралось. Это вы вас, вот так вот, два выстрела со снайпера, и он тут. У меня на этой снайпе такое обвес, что у меня любой противник с двух выстрелов падает. Иногда даже с одного. А вот и 12. Блин, а у меня периодически вот эти желтые штучки рисуются, я так и не понял, за что они даются. Ну, это крит. Да, наверное. Вот у вас тут тоже шмотки всякие появляют. Короче, сколько было трупов, я ничего не получил. Отстой. Кстати, у меня в торговом центре до сих пор валяется шмот, который я не подобрал. Красный, тут недалеко. Судя по карте. Кто тупо у вас пошел? А я в торговый центр. У меня тут шмот валяется. Который я тогда не подобрал. Видишь, ма... Значит, мы тут воевали, а он торговый центр убежал. Чё, я... Нет, я сначала с вами повоевал. Ну, реально, как-то да. Как-то мало движухи. Вообще, да, должно быть так, что... Просто бегаем по пустым пространствам. Да, и пытаемся кого-то выловить. Есть такое ощущение, что, мне кажется, было бы лучше, если бы здесь было больше этих мобов, террористов. Ну, я согласен. Мародёров. Точнее, зон с ними. Да, именно просто их дофига. Кстати, да, шмотка вон у меня, которую я не смог подобрать. Обе мои шмотки здесь лежат. Так, ребят, я до сейф-рума сейчас сгоняю. Ну иди. Это окей. Мы тут всех нагнем. О! Да, те шмотки, которые я в прошлый раз здесь не смог подобрать. Еще здесь... майдан, который я не могу открыть. Ах ты ж падла, блин. Обыдно. Да, в тот первый день, когда я играл, тут вообще была жесть. Правильно говоря, повеселее было. Тогда я вообще был там нулевого уровня в этом Dark Zone в этой. А че тут ты делаешь? Спрыгиваешь или че? Да. Ты тут? Я здесь. Ну и что с тобой происходит? Вандус просто вдалеке. Не, а с тобой что происходит? А я спускаюсь с крыши. Спускаюсь с крыши? Ну я на крышу торгового центра поднялся. Точнее, на тот этаж. Да, видел бы ты, что я вижу. Да? Ты у меня зациклился возле вот этой скалолазной этой. Значит, у тебя сейчас игра вылетит. Или у тебя? Нет, у меня даже лагов нет. Если бы... Блин, возродились эти! Вовремя я убежал. Блин. Вылезай давай, Фрост, ты чё? Да они гонятся за мной, сейчас один выстрел и я труп. Ладно, сейчас прибегу обратно. Ой-ой-ой. Бегу спасать. Они все для ближнего... ближний бой. Я бегу спасать, бегу. Ой, все, меня положили. Нет, еще жив. Все еще бегу спасать. Далеко убежал. Так, фух. Вот это у него сердце это стучит прям. Ой, они вылазят. Так, ну блин. С криками камон! Ух, нихрена себе. Чувак сказал мне, take this, и как, все, уже лежу. Я... Сиди здесь. Хорошо, я уже дохлик. Ползаю тут на четвереньках. Я на улице. Вот, его кто-то завалил. Я завалил тоже еще. Блин, а сколько тут я еще буду так лежать или пока не подыму? Фу, это было... Пошли остальных вали. Аккуратно. Аккуратность мое второе имя. Я ж не знал, что они возродятся. Все, готов. Вы там где вообще хоть развлекаетесь? В торговом центре. А, о, нифига у вас их там. Когда я наблюдал вот эту картину, что типа его как-то плющит, он мне про какую-то крышу рассказывает, а у меня он вообще рядом.
Я поднялся за ним по лесенке, а они там все резкнулись. Mm-hmm. Прям сразу же. Сейчас я к вам забурюсь. Я буду с первого этажа их мочить. Чья-то пуха стреляет. Попробуй. Нифига себе не валят, нифига себе не валят. Упс. Упс, чё-то я был слишком самоуверен. Ну, и где хил? А-а-а! Фак! Friendly division agent is down. Охренеть! А, где-то я тебя даже не вижу на карте. А. Я умер. Они меня то, что положили, сразу же напихали и снили мне все. Эй, Фрост, ты куда побежал? Я здесь. Ну, а ты чё? Ты ещё жив? Да ты мимо меня пробежал! Куда пошёл? Вернись! Да ни хрена, ты у меня вообще в другом месте. Ну, чё, теперь я сдох. Вместе со всеми шмотками. Да я вот сдох уже вместе со всеми. Остановись, шмотками. Остановись! А, или это у меня глюк? Быстрее, я умираю! Да ты у меня сквозь текстуры, сквозь все пробегаешь. Я вот сейчас за тобой бегу как баран. Да блин, стой, ё. Ты возродился, не? Лорд Саски. Я бегу, да. Лорд Саски внизу лежит. Только глянь на него. Вон Лорд Саски рядом помирает, лежит. Лорд Саски, блин, что-то явно у нас тут с пингом. Твой чувак не останавливается. Блин, да стой, слушай, это ты так двигаешься или что происходит? Это пинг. Ну, ты сравнил, как, где ты и где я. Капец, ну неудобно ж так, ё-моё. Ну потому что уже все, потихоньку надо закрываться. Блин! Чё они все ко мне-то пришли? Ой, там на первом этаже просто как говна. Да. Так, блин, я снайпер, ах уж сучки. Все, у меня кончилось это. Одна из двух пушек кончилась. Блин, я опять в торговый центр, три шмотки выпало, а я полный. Придется опять за ними возвращаться через какое-то время. Ой-ой-ой, блин, нихера себе. У меня даже полоски жизни нет. Только режим огня нельзя сменить на одиночный. А, кстати, по поводу режима огня, тут же ж есть увеличенный урон врагам. Все, мой хлебнул какой-то фигни. Остальное я потом приду подберу. Просто уровень что ли поднялся? Ага, 11-й. Ну капец, вы издеваетесь, я что, самое дно из вас? И это же я не играл вчера с вами. Да мы вчера так себе, конечно, играли. Так, и что я тут затарился? 6 из 6. Ну что ж, мы поимели всех. Меня тут тоже поимели. Ну, так. Остановись на секунду. Кто из вас подобрал мой лут? Наверняка. Наверное, я. Там был прицел ОКОК, да? Я не помню. Две вещи валялись, синие, я подобрал. А, синие нет. ОКОК. Да мы не можем подбирать вещи друг друга. Да, мне тоже так кажется. Разве? Мы не можем подбирать вещи друг друга вообще. Вот мои вещи лежат на втором этаже возле лифта. Ой, вот на эскалаторе. Вот они. И никто их не может подобрать, только я. Они так и будут здесь лежать, пока я не вернусь за ними. Ну, ладно, как скажешь. Блин, а у меня на карте что-то синее, я не могу понять, где. А вот. Че, мы выходить-то будем, нет? О, ACR и компенсатор. То есть я могу это смело оставить валяться? Да, и ну, вообще-то нет, ребят. Кто-то мои шмотки забрал.
Я ничего не брал. Здесь, а из них как бы здесь было несколько, по-моему, зеленых и одна просто белая. Я просто осталась. Полный, я просто полный. И поэтому я считаю, что сейчас надо сбегать эвакуироваться, а потом вернуться за, ну, две за тем, что здесь валяется. Лежит. Ну вот и посмотрим, исчезнет эта штука или нет. У меня прям возле чемодана вот этого. Вот мы с тобой когда пришли сюда, у меня здесь три шмотки валялось в разных местах торгового. Ну ладно, пошли, колодрома. Короче, эвакуируемся и потом вернемся сюда, да? Конечно. Где у меня ты? Возле чемодана вещь лежит, так что ну, я... Пойдемте, пошли. А я сперли. Вот видите, вот здесь вот лежит. Не знаю, видите, вот здесь видите, что лежит? Ничего здесь ничего. Не знаю, в любом случае здесь лежало несколько вещей. Сейчас тут только белый коллаж. Ну, может, не вы, может, кто-то другой прибежал и забрал. Куда мы бежим? На эвакуацию. Как у меня лагнуло сейчас. Давайте на. А если нажать Shift, он быстрее лезет. Ну, естественно. Кстати, топовый шмот нельзя красить. Началось, у меня опять лагает. Но мы ничего не меняли. Да комп у него фуфло. Да я согласен. Корпус купил себе какой-то совершенно неадекватный. Блин, да, ты тоже видишь, как он сейчас это, как его плющит. Чувак попытался его подлечить, но это как-то. А, да, слышь, он не может его подлечить, слышь? Почему? Он его кинул, а у Ригадона ничего не добавилось. Да потому что Ригадона глючит. А вот я это и все вышло. Не, так-то меня другие чуваки лечили. Там мне тоже казалось, что лечили. Все, у меня лагает, как позавчера. Такой же поймал глюк. Так, что тут? 19:29. Осень. Через сколько? Следующий будильник 19:30. Пиздец. Лагает жестко вообще. Кто-то из нас не успеет. Кто же это будет? Это будет Тирони. В расход его. Я лут собираю. Отлично. Что-то пиздит там. Давайте его убьем. Ну что, идем назад в эту штуку? Мы все успели. Правда, у меня лагает, и я подвисаю. О, боты. Ой, будильник. Зад, зачем мне будильник на ночь, да? Да нет, нормально. У меня у знакомого будильник постоянно это там что-то в пол. Где-то в районе часов 9 вечера срабатывает. Короче. А ты у нас там кем работаешь, что по ночам? Я инженером связи на данный момент. А, у тебя график тоже такой. Да, есть. Да, день 0:48. А где-то штука, блин. Сутки через два. Вашу мать, ну что ты будешь делать, а? С кем вы там валитесь? Ну что, ну капец, с каждой минутой все больше и больше лагает. Все, я сейчас подбираю все, что в торговом центре лежит, и буду выходить. Это ну вот, важно. Я только пушку, короче, себе топовую добыл. Что с ней, не ну, мне, мне завтра в 7 утра по моему времени вставать и ехать в пригород на один из городских стадионов, ну, на один из пригородных хоккейных стадионов. У меня Вантус прыгает на 5 метров в воздух. Ну, почему бы и нет? Так, а где торговый центр? А, вот он. А я тоже еле нашел его. Вон так, тут рядом, через дорогу перейти. Мои вещи лежат. Лежат. Капец, лаги просто жесточайшие. Жалко, ну и что мне с этими вещами? Блин, сегодня последний день беты, мне сейчас на работу. Через 30 минут выходить надо будет. Кстати, да, я вот тоже уже не вижу смысла эти шмотки брать, потому что вот я сейчас их возьму, эвакуирую, но в игру-то я уже больше не зайду, а бета закроется. Вантус будет, это, гоцать там, да, ты шоти, испробуй свою пуху, ПВП. Не, ну смотри, понимаешь, тоже пуха-то, это, мангус там по ДПСу угорал, я-то не угорал,
Поэтому, когда он говорил то, что у него эта пуха там 4000 или там с половиной, да, должна урона наносить, у меня она наносит только 3. Придется пересмотреть. У меня она будет наносить 4500 урона без перков. Ну, в смысле, вот без. У меня совсем барахлом сейчас 3700 она наносит. С обвесом. Ну, короче, я эвакуирую барахло, возвращаюсь туда, на родину, и буду заканчивать так, как надо. Ой, тут какое-то заместное. Это получается, что все, завтра будет жизнь поиграть, потому что бета где-то в районе обеда завтрашнего закроется. Ну, я вообще завтра на сутки. Я и говорю, что мы, по сути, сейчас занимаемся анонизмом. Собираем шмот, который нам уже не нужен. Блин, а что тут чувак красный, я не пойму. Ладно, он я по кому-то попал. Я отваливаю на эвакуацию, ничего. При том, что у меня еще и лагает, как пиздец. Играть вообще невозможно. Потом, а, у меня, кстати, под завязку, я опять 6 из 6. А я красавчик. Ready to bring it on board. А, так там эвакуация идет. Extraction complete. Какой же я слоу? Ты на нее... А, ты еще я вообще еще не побежал, так я, у меня лагает, я не могу добежать даже толком. У меня каждые 3-5 секунд лаг. А ты куда, на выход бежишь? Не, я просто тут боты были. Вот я прибежал к вам. Или вас здесь нет? Не, есть, мы просто не знаем. Вот я поднялся. Охуеть, еще и шмотка лежит. Моя, между прочим, шмотка. Так, где выход с этой зоны? Кстати, Мангуст, а ты где сейчас? Я... Да, на видео будет видно, как я его пытался лечить. Это что-то, он у меня просто скользит по полу, а я как придурок бегаю F жму. Это нормально, ну, потому что сейчас это... он у меня показывается в торговом центре. Нет, я здесь с вами. Прикольно. Так, как, блин, пометить эту долбаную точку? Это называется гребаный пинг. Я так, типа сваливаю. Так, вы меня прикроете, нет? А я тебя не вижу, как я тебя прикрою? Ты-то меня видишь? Да, вот он, ты рядом со мной стоишь. Вот он, я вокруг тебя бегаю. О, прикольно. Вот он, белая пушечка у тебя в руках. Ну, это да. Обаньки, смотри, чувак пулемет поставил. Вижу. Что там у вас за стрельба-пальба? Ну, так. 5-4. Ребят, давайте, а то меня убить могут. Ну, я... Кому ты нужен? Понимаешь, я думаю, они тебя не видят. Чё, так, отойду-ка я на первые несколько секунд, а то правда убью. Так они тогда сейчас захватят. Да, все, я опоздал. Снова опоздал? А у меня лаг. Меня так лагает, что я не могу дроп этот повесить шмот. Ну и забей, выходи. Так там хороший шмот. Хотя, дай-ка посмотрю, что там за шмот такой. Который тебе не нужен, класс. Да, одна шмотка хорошая. Одна. Но она действительно хорошая. Ну, не знаю, тут все разбежались, еще один запускает эвакуацию. Ради одной шмотки я хочу это эвакуировать. Другое дело, что в игру я уже не попаду. Хотя... Нет, не короче, попаду. Ребята, я на вас забил, скажем так. Я бегу со всех сил. Не, я бы хотел прикрыть мангуста, просто я его не вижу. То есть я все еще в торговом центре? Ясно. Не, а я его видел, а я видел, как он стоит. Ты на ящиках стоишь. Да. А я видел, как он, ну, не успел это эвакуироваться. У меня он там где надо. В общем, что-то с вами загнито. Ой, меня сейчас убьют. Боты меня видят, вот что. Я тебе скажу. Ну, боты это понятно. Да у вас там что-то в обоих жизнями какой-то напряг. Ну тут нарезались. Помогите. Я не пойму, как к этой карте нельзя верить, она такое показывает нереальное. Почему? Extraction area 170 метров. Как
что ты умудрился аж 7000 заработать, а? Ну, я как бы не тратил деньги. Да я тоже? Нет, ты тратил. Я? Да. И чё, и каким образом? Ну, приходил к торговцу и тратил. Соционерд! Я ничего не купил за всё. Кулака зовут Соционерд. Соционерд? Соционерд. Так, а у меня... Ай, тьфу ты, боже, я столько бежал, и это не эвакуация, а зона, блин, этого. А, господи, господи, у меня... Вертолёта. Фуловый стак. Ладно, я купил. Все, я могу бежать к этой к зоне эвакуации и сваливать отсюда нахрен. Да? Где она, эта зона эвакуации? Я тут бежал как баран, а оказалось это место для вертолета. Ну ты карту-то открой. То по карте ж идиот и бежал. Ну ты как-то странно. Ну и как она подписана? Ну там чекпоинт. Йо? Снова бегать этот небоскреб. Вот, блин. Черт. Да ладно, тут близко, тут 140 метров. Я спуститься не могу. Да мне вообще 80 метров, но, блин. Оно считает по прямой, не считает, что мне надо дома бегать. О-о. Кстати, я вам еще одну вещь скажу. Блин. Вот меня сейчас убежали достаточно далеко. И передо мной после 9 левела. Вот черт. Что это означает? Это означает, что не я лагаю, а кто-то из вас лагает, и у нас из-за этого происходит. Блин, вот сейчас Вантус подальше от меня да, убежал, я не ломаю. Система пир-то-пир, как на приставках. Возможно. Ну, это серьезно. О, сервер, под... сервер, чем ближе выйди. Я к Вантусу, тем сильнее у меня лагает. Сервер, выйди. Блин, как не в тему они резкнулись, ну елки-палки. Вот сейчас у меня лаги прекратились полностью, вообще. Ну, я рад за тебя. Но при этом Вантус далеко от меня, Фрост нет. Чувак что-то умер, блин, я даже по нему не стрелял. Ну ладно. А, понятно. Вот, все, я подбегаю к Вантусу, начинаются лаги. Значит, это не я лагаю, а Вантус. Я не лагаю, у меня все нормально работает. Ого, вот это я где-то брожу. Вау, я насквозь дом прошел. Круто, 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 вот это я крутой. Оказывается, не надо его оббегать. Теперь ты меня видишь? А, да, ты же... Я телепортируюсь. Но на карте я вижу, что кто-то там есть рядом. Я тоже портируюсь. Телепортуны. А я вот возьму и побегу. И не буду телепортироваться. И будешь бежать долго-долго. Это типа, блин, добавляет реализма. Я ж убрал циферки, кстати, да. Два дня без циферок играю. Ужас вообще, как так можно? Это по-любому бессмысленно. И что там оно у вас пишет? 23, 25, 36, да? Ага, конечно. А, стоп, 120, блин, 340. Да нет, там 2500. Когда, да, 1000 по 4 снимает. Ну, это у меня было, когда я их отключал. В начале игры. А ну, чё, версия игры сразу будет 1.1? Или у них тут даже у беты, блин, уже версия 1.1? Это патч. Когда просто была бета первая, была версия 1.0. Потом скачался патч, он добавил одну миссию. Вот миссия, которая с огнеметчиками, где мы там спускались в трубу такую, это вот ее не было раньше. Надо было делать игру free-to-play. Как Blizzard. А не, или у них там ее покупать-то надо. Overwatch что, его покупает? Overwatch покупает, да. Вот лохи. Блин, как он медленно проходит это место? Rhodes is going nuts. He wants that power plant under JTF control, if you can believe that. Пью. Плохо, что потом эти вещи в инвентаре не подписываются, что они новые. Ладно. Да, чё? Неудобно. Я все эвакуировал, я все сделал. Какой ты классный. В смысле? Я выхожу. Он еще там? Но я выхожу только из игры. О, а есть все-таки вещи, которые все добавляют. Ну, посмотри, если как бы у тебя совсем нищенская шмотка, то да. Так. Так. Так, а докуда? Как посмотреть, до какого там бета будет активно?
Да она вроде до завтра, до 12 дня, что ли, что-то такое читал. О, блин. До 12 дня, но, видимо, не по Новосибирску, а... Нет, по Москве, да, по Москве. Ништяк, значит, я еще поиграть успею. Ну что, там один будешь, да? Ну а что, ну шмотки одену хотя бы те, которые насобирал сегодня. Хоть посмотреть. Ну вообще, на самом деле, я так понимаю, что больше тут особо это. Ну так-то да. Не, ну есть, в принципе, резон. Я, например, ходил на миссию, которая здесь, в медицинском центре. Я на нее несколько раз ходил. Там, на хард, когда заходишь, там так. Весьма весело, я бы сказал. Блин, я все в хеллы вбухал. Жалко, что серьезно, когда... 5760 хеллов, да, урон как у говна. Что жалко? Ну что все это снова с самого нуля опять качать? Ты будешь лелеять своего персонажа. Да. Да, ну я оружие даже смотреть на него не хочу. Сразу, блин, в магазин с ним. О, я таки открыл этот карабин, который сносит две... Нашел такие, которые сносят две с лишним тысячи. В прошлый бы эту играл, у меня этих карабинов было штук 5, сейчас только вот первый. За блин, все. Сколько у меня этих прицелов? Ну куда? Куда их, блин, девать? Солить. Рукояток вагон. Вах, калаш выглядит, ну прям. Прям. Блин, вот это, конечно, как написано, классик АК-47. Классик. Ура, у меня есть глушитель. А нет, брешу, компенсатор. Нифига себе, добавляет 7% горизонтальной стабильности и... Черт его знает, мой английский не позволяет мне перевести. Initial Bullet Stability. О, моя добрая жена принесла мне чайку. С печеньками. Пусть будет. Короче, все в магазин. СМГ. Чего вы так затихли? Ну, я в инвентаре ковыряюсь. Это требует большого... сосредоточение. Конечно, столько цифр. И я причем ковыряюсь, сразу. А я ковыряюсь в воркшопе по City Skylines уже. Я в игру вышел. Короче, я все модернизировал. Вот беда, только на работу, кстати, да, по поводу работы, что-то я увлекся. 19:45. Ой-ой-ой. Ты опаздываешь? Да, через 15 минут я уже должен быть там. Скакать. Ты, наверное, рядом живешь, да? Да нет, ты чё? Мне на 9. Час еще ехать. Ну, а чё ж ты тогда? О, наконец-то оружие появилось, которое даже без обвесов круче моего М1911. Вот, блин, беда. Не поюзаю. Нифига себе на него обвесов можно налепить. 105, 160, 160, 160. Интересно. То есть лазерный указатель можно вообще снять с калаша. Прикольно, у них тут все такое. А это что, реально взаимозаменяемый лазерный целевой указатель с калаша и для этого ПФ-45 пистолета? Что такое в реальной жизни бывает? Слушай, какая разница? Нереалистично. Что-то подцепил на него. А, понятно. Так. Ладно, спускаем все это в магазин. Ну, короче,
после беты у меня не возникло желания купить игру. Так же, как оно не возникло после беты Hardline и беты Star Wars Battlefront. Хотя вот мой один друг знакомый загреб это все и теперь разрывается и особо ни во что не играет. Не, меня это как раз загорелось. О, в Primary DPS больше 5000. Ну ты крут. У меня health 5700, Primary... Вообще, я, короче, у меня секондари больше, чем у праймари, блин. Скилл вообще 440, блин, ух! Как за скиллю, блин. Ладно, товарищи, что я должен сказать? Что мне пора валить. Угу. Прощаюсь я с вами. Давайте, до встречи в других бетах. Что там у нас еще? Hardline нас ждет. Hardline у нас, да. Ну, у нас вообще-то и BF4 еще есть. Да, BF4 тоже есть. И даже BF3, чего уж там. Ну да, кстати, вот, я бы вообще... Не установлен. Вот честно, если у Фроста есть Bad Company второй, он вообще красавчик. Есть, блин. Ни разу не игранный. Достался мне, не знаю... У меня есть, и у меня прокачанный перс там. Да, я вообще не... Там такие снайпера ламповые, не бликают. Все, короче, я выключаю запись. Да. Так, запись, до свидос. Всем привет, кстати, кто называет меня читером. Живите долго и счастливо.